Мы рады вас вітать у нас у гостях. Ну, як завсёди, слово на відкриття отримає наш декан. Декан історичного факультету БДУ Сергій Миколаївич Ходін. Шановні колеги, добрий день. Приємно вітати особливо гостей на нашому історичному факультеті. Ми, мабуть, с глубокими, конечно, историческими корнями, но независимость наша такая молодая, мы ищем те точки опоры, те точки гордости в нашей истории, иногда в более далеком прошлом. Но я думаю, что есть такие точки гордости, если оглядываться не так далеко. Я имею в виду те научные школы, которые формировались у нас, в том числе в Белорусском государственном университете. Вот научные школы, которые сложились на кафедре древнего мира средних веков, это предмет гордости различного плана. Во-первых, мы всегда приезжающим к нам гостям говорим с гордостью о том, что подписи наших профессоров стоят под уставом Организации Объединенных Наций. И в этот год, когда Организация Объединенных Наций отмечает такую определенную круглую дату, безусловно, стоило бы об этом также еще раз упомянуть. Но одновременно это наши учителя, листопадовские встречи. Вы знаете, это вот очень хорошая формулировка. Я, Виктор Анатольевич, не знаю, когда она, кем была сформулирована, но вот именно хорошее белорусское такое слово «сустречи». Когда встречаются люди, заинтересованные горящей наукой, да, и заинтересованные в общении, в обмене не просто информацией, а обмене точками зрения, когда формируется вот такая научная дискуссия и профессиональная дискуссия, вот то, чем мы всегда гордимся на историческом факультете. Думка пришла, конечно, назвать наши конференции листопадовские встречи, конечно, светлую голову, а самая светлая по волосах на вот голова у нас у тогда молодого доцента, зараз молодого профессора Евтухова Игоря Арестовича. Наша кафедра в этом году отмечает несколько круглых дат. Вот. Одна из них – это 1955 год. Это год, который можно пафосно назвать датой воссоединения кафедры, как теперь любят говорить. Почему воссоединение? Потому что снова слились вместе, воедино, две кафедры. Кафедра истории древнего мира и кафедра истории средних веков. И с тех пор наша кафедра существует вот в таком вот сочетании, соединении. Основана кафедра была в начале учебного года, 1936 год тогда был. Это была осень 1936 года. Да, и появилась наша кафедра. То есть в следующем году нам будет 80 лет. По такому случаю у нас издана книга. Автор ее как раз Игорь Арестович Евтухов. Он такой историограф нашей кафедры. Вот. Ну, я думаю, что потом там в перерывах, при неформальном общении, мы нашим гостям эту книгу будем раздавать. Вот, вот тогда, 80 лет почти назад, появилась наша кафедра истории древнего мира и средних веков во главе с Николаем Михайловичем Никольским, академиком. Через три года кафедра разделилась на две. Одна осталась кафедра истории древнего мира во главе с Никольским, а вторую возглавил Владимир Николаевич Перцев, ну, тоже академик. Где-то вот в те годы они как раз и получили титулы академиков. Причем Никольский одновременно в это время был директором Института истории нашей Академии наук. Кстати, курировал незадолго до войны проект создания истории Беларуси. Первый, так, собственно говоря, до конца не осуществленный. Вот. Ну, после войны, значит, да, на сходне, когда началась война, Никольский остался в Минске. Ему немцы предлагали написать историю Беларуси. Он отказался, сказал, что ничего в этом не понимает, хотя это была неправда. Дело в том, какие это были немцы. Вот, это были оккупанты. В результате ему пришлось с женой
Ну, это было не побег, ну, в общем-то, побег, но организованный подпольщиками и партизанами. Он оказался в партизанском отряде. Условия были тяжелые, но работал, между прочим, там над своими монографиями по истории земледелия в Двуречье и по Финикии, по древней Финикии. Они вышли потом после войны. Их привезли из партизанского отряда незадолго до операции «Багратион». Вместе с Никольским, его супругой, они были доставлены в Москву. В первые же дни после освобождения Минска они вернулись в Минск, а университет продолжал работать в эвакуации белорусских государств, в том числе и наша кафедра. Две кафедры, история Древнего мира и история Средних веков, это было на станции Сходня. Кафедра истории Средних веков по-прежнему руководил Перцев, а Древнего мира в отсутствие Никольского – доцент Шевченко. Вот была такая ситуация. По возвращению в Минск БГУ все восстановилось. А в 1955 году наша кафедра вот и воссоединилась. Произошло такое важное событие. Что касается еще круглых дат, об одной уже знаете. В этом году исполнилось 80 лет нашему Михаилу Семеновичу Корзуну. Кстати, обратите внимание, он тезка, еще был один известный антиковед, как раз специалист по Древней Греции, с таким же именем и отчеством, Михаил Семенович, только фамилия у него была Куторга. Но, между прочим, он тоже был родом с Могилевщины, как и Михаил Семенович наш. Вот. Куторга считается в России основателем Петербургской научной школы антиковедения. Вот. И любопытно, что наш Михаил Семенович аспирантуру, он заканчивал ИСТФАК, наш БГУ, а аспирантуру заканчивал как раз в тогдашнем Ленинграде, то есть в Петербурге. Так вот переплетаются какие-то интересные судьбы в истории. Вот. А вторая дата, 80-летняя, это могло бы исполниться 80 лет со дня рождения нашего выдающегося ориенталиста, хитолога Геннадия Иосифовича Давьяла. К сожалению, давно уже его нет с нами. Это был специалист выдающийся. Понимаете, ведь не всегда степени, вот эти ученые звания, они определяют значимость, научную значимость труда человека. А Геннадий Иосифович в советское время, я долго с ним еще работал в советское время на кафедре, и в аспирантуре, когда еще был, он уже работал. Это был единственный человек на факультете, для которого приходили толстые посылки, бандероли, письма из того самого дальнего зарубежья, из-за железного занавеса. Вот больше никому не приходили. Несмотря на то, что мы гордились самой передовой советской исторической наукой, вот, тем не менее, признан был на Западе именно он, вот один. Но докторскую диссертацию ему не суждено было защитить. Последние годы он тяжело болел, фактически был прикован. Вот, и, собственно, вот этот приступ болезни, который его сковало, застал его просто за пишущей машинкой. Вот он набирал, печатал один из параграфов к истории Древнего Востока. Это учебник, который потом был издан его учениками, написан был вместе с ним. Вот, и последняя буква, как говорят, была буква «Я», по-моему. Вот, это был не конец слова, она была где-то в каком-то слове. Больше он уже работать после этого не мог. Это был ученый выдающийся, он был прямым продолжателем академика Никольского, нашего известного ориенталиста, собственно, и сына ориенталиста, отца-основателя нашей кафедры. Вот. У Геннадия Ильича остались ученики. Самый известный из них – это Олег Валерьевич Перзашкевич. В отличие от учителя, которому приходили письма, послания из-за рубежа, но выехать туда он не мог за этот железный занавес. Олег Валерьевич у нас сейчас путешествует по всему миру, посещая научные конференции, стажируясь. Ну, диапазон очень большой, от Соединенных Штатов, особенно Хьюстон, обязательно Индия, поскольку Дели, Нью-Дели, поскольку он как раз индолог, Индонезия, да даже Тринидад и Тобаго. Теперь таких барьеров нет. Вот я думаю, что Олег Валерьевич Перзашкевич как раз и может рассказать о своем учителе более подробно, поэтому предлагаю вам его, послушать его доклад «Геннадий Ильич Давьяла и белорусское востоковедение». Вашему вниманию предлагается доклад о деятельности и жизни и деятельности моего учителя, как тут уже было сказано,
большого белорусского ученого, просто большого человека, Геннадьевича Довгяла. Его жизненном пути, его научном пути и отчасти о том, что нам осталось после того, как он ушел. Краткая биографическая справка о его жизни, для того, чтобы представить себе могли, кто такой Геннадьевич Довгяла. Родился в семье минских учителей, был старшим ребенком в семье. Во время войны, когда началась оккупация, находился в партизанском отряде в Жлобинском районе Гомельской области, где получил начальное образование. Ну, благо, мать его была учителем начальной школы. С 1944-52 учился в средней школе номер 42 города Минска, что теперь находится на улице Могилевской. Вернее, школы уже нет, но место это было на улице Могилевской. С 1952-57 учился на историческом факультете БГУ. С 1959-63 учился в аспирантуре Ленинградского отделения Института востоковедения Академии наук СССР. И далее, до конца своих дней, с 1963 года преподавал на кафедре истории древнего мира и средних веков. С 70-го года был доцентом этой кафедры. В 65-м году защитил диссертацию в Белорусском государственном университете, как тогда было принято, но научным руководителем его был Игорь Михайлович Дьяконов, который, конечно, в презентации не нуждается отдельной. С 92 по 93 год был одним из основателей и инициаторов отечественной концепции всемирной истории и автор первой учебной программы по истории Древнего Востока. Я потом более подробно поговорю об этом. В 93 году один из авторов первого отечественного школьного учебника по всемирной истории «История древних цивилизаций» для 5 класса. С 1995 по 2002 инициатор и научный редактор, один из авторов первого отечественного учебника по всемирной истории для вузов истории Древнего Востока, который тут упоминал Виктор Анатольевич, у которого отдельное, так сказать, место в его жизни и деятельности. Несколько слов о том, как это было более подробно. Итак, отец был учителем истории, а затем заучем средней школы номер 1 города Минска, мать учительница начальных классов железнодорожной школы и до и после войны, она продолжала там работать, пока была жива. В конце июня 41 года семья покинула город, до освобождения Минска находилась в составе партизанской бригады имени Чапаева, где Иосиф Юлианович Довгяла, отец Геннадьевича, был комиссаром. Вот. Ну, по некоторым данным, начальником штаба. К сожалению, более точных данных пока у нас нет. С 43-го года в лагере бригады какое-то время находился Николай Михайлович Никольский с супругой, где, собственно, и произошло знакомство Иосифа Юлиановича Довгяла, ну и потом в какой-то степени Геннадия Иосифовича с Николаем Михайловичем, вот, которое продолжалось и после войны. Начальное образование, понятное дело, пришлось на годы войны, поэтому читать и писать он научился в партизанском лагере. После войны семья вернулась в Минск, в свой довоенный дом на улице Шциолковского. Улица сейчас практически не существует, но известно, где она находилась. И Геннадий Иосифович пошел в 42-ю школу на улице Могилевской, которая закончилась в 52-м году. Школы, как я уже сказал, сегодня тоже нет. Летом 52-го года произошло несчастье. В Прибалтике трагически погиб отец Геннадия Иосифовича. К тому времени в семье было трое детей. Геннадий был старшим. Средней была 10-летняя сестра, младшим 3-летний брат. После смерти отца 17-летний Геннадий стал старшим мужчиной в семье. Ну, что, учитывая 52-й год, тоже, в общем, имеет понятные последствия. В 57-м году Геннадий Иосифович поступил на исторический факультет БГУ, где показал себя не только способным студентом, но и отличным спортсменом, став кандидатом в мастера спорта по волейболу. Своей специализацией студент Довгяла выбрал историю Беларуси. Именно культурно-образовательной жизни студентов и преподавателей Виленского университета в первой половине, середине 19 века научным руководителем дипломной работы был Лаврентий Семенович Абицидарский, выдающийся белорусский специалист в области истории Беларуси. Ну, я думаю, что Михаил Федорович об этом наверняка упомянет что-нибудь такое. Вот. В 1957 году он закончил исторический факультет, закончил его с отличием, после чего какое-то время работал научным сотрудником в музее краеведческом, собственно, создавался историко-краеведческий музей, фактически заново, после чего был направлен в аспирантуру.
Поступил в аспирантуру Ленинградского отделения Института Востоковедения Академии наук СССР, попал к Игорю Михайловичу Дьяконову, который сам проводил собеседование со всеми поступающими, и именно он выбрал Довгяла себе в ученики, обратив внимание на выдающуюся память белорусского аспиранта, о чем он впоследствии напишет в своих воспоминаниях, Игорь Михайлович. В 1957 году Геннадий Иванович поступил на исторический факультет, как я уже сказал, в 63-м вернулся в Минск. И с тех пор, в общем-то, началось его, так сказать, становление как большого ученого после аспирантуры. На кафедре истории древнего мира и средних веков в это время руководителем был еще доцент Федор Макарович Нечай, фактически создатель объединенной кафедры, которая сформировалась после ухода двух наших отцов-основателей, Николая Михайловича Никольского и Владимира Николаевича Перцева. В 1965 году Геннадий Иванович, опубликовав ряд статей в ведущих профильных научных журналах СССР, защитил в БГУ диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук под руководством Игоря Михайловича Дьяконова. Тема диссертации «Возникновение царской власти у хетов на материале хетских клинописных источников 18-12 веков до нашей эры», что на тот момент было, разумеется, совершенной инновацией, даже по мировым стандартам, поскольку хетология находилась в зачаточном состоянии, тексты были практически нечитанными, и вот эта вот работа является одной из первых в мировом востоковедении в области хетологии, она таковой и остается на сегодняшний день, разумеется. И дальше началась его научная деятельность как хетолога, которая составляет фактически первый этап его деятельности и стадию, которая привела вот к тому, о чем говорил Виктор Анатольевич, к тому, что он становится человеком, выходящим за пределы той страны, в которой живет, с точки зрения его научных результатов и научного авторитета. В 1968 году выходит в свет первая монография к истории возникновения государства на материале хетских клинописных текстов, которая во многом основана на его диссертации, но является определенным продолжением ее. Уже в этой работе стал замечен интерес ученого к специальным и общим вопросам политогенеза древних обществ, а также к механизмам социальной трансформации в древности. С этого времени Довгяло принимает активное участие в научных дискуссиях по вопросам становления отдельных социальных институтов древних обществ, не только хетских, но, конечно, в первую очередь хетских. При этом нередко затрагиваемые вопросы имеют международный резонанс, что совершенно естественно, поскольку материал, используемый Довгяло, очень слабо известен был, особенно учитывая, что он все-таки находился за пределами досягаемости большинства мировых исследователей этого вопроса. В 70-х годах Довгяло регулярно участвует в международных научных конференциях, стажируется в Московском институте востоковедения Академии наук СССР, затем в ряде научных учреждений Германской Демократической Республики. Вот после этого действия, надо думать, и стал он широко известным специалистом, поскольку все-таки доступ к немецким сведениям был гораздо более простым, чем к советским для мировой науки, и тем более речь идет о немецком языке, который был, разумеется, языком науки в Европе очень давно. Своеобразным итогом этого периода стала вторая монография ученого «Становление идеологии раннеклассового общества на материале хетских клинописных текстов», вышедшая в Минске в 80-м году, и которая является в известной степени итогом вот этого первого этапа, поскольку довольно ясно показывает, куда дальше пойдет мысль этого человека и как это все будет развиваться в дальнейшем. Интерес Геннадия Довгяло к фундаментальным вопросам истории становится очевиден, и, собственно, не столько даже сам интерес, сколько самостоятельность понимания тех процессов, которые связаны с этими самыми древними обществами, что в то время, разумеется, было редким явлением и уж для советского ученого, безусловно, смелым. Это авторское видение привело к Довгяло к обращению для него на традиционной для кафедры еще со времен Никольского проблематики библеистики, которая фактически является вторым этапом его деятельности, хотя в известной степени это возвращение к некоторым основам, потому что, как я уже и сказал, традиция эта была заложено Николаем Михайловичем Никольским, и пока он работал на факультете, она, несомненно, существовала здесь в очном и заочном виде, то есть и в публикациях, и в, собственно, его
специальных курсах, которые он сам читал, в том числе и в последние годы своей жизни. Вот Геннадий Иосифович оказался его продолжателем, в том числе и благодаря близкому знакомству с наследием Николая Михайловича и с его второй супругой Рахилью Абрамовной Никольской, с которой он поддерживал достаточно тесные отношения весь тот период, пока Рахиль Абрамовна находилась в Советском Союзе. Авторское видение привело к библеистике. Результатом обращения Довгяла к этой теме стало сначала учебно-методическое издание «Актуальные вопросы научной критики Библии» и материал «В помощь лектору», которое хотя так и называлось, но выглядело несколько не так по содержанию. Ну, разумеется, 70-е годы, предел некоторых откровений был положен достаточно ясно там, ну и потом все-таки Геннадий Иосифович только начинал работу в этом направлении. Вот затем выходит его третья монография «Библия в свете клинописных источников», до сих пор не изданная на бумаге, депонированная в 81 году в БГУ. Эта работа готовится к изданию кафедрой. К сожалению, в силу определенной сложности мы не можем пока сделать это до конца, ну то есть просто потому, что это требует специальных действий, которые, увы, нам даются нелегко. С этого времени библейская проблематика становится главной в научных исследованиях Довгяла. Именно она рассматривалась самим исследователем как предполагаемый объект докторской диссертации. Именно в таком виде. Связь между библейскими материалами и клинописными текстами. В 80-х Довгяла начал читать спецкурс «Библия в свете науки», содержавший не только большое количество разных источников подробностей, но и глубокие авторские рассуждения о причинах и следствиях рассматривавшихся исторических явлений и религиозных феноменов. Опять-таки скажу, что это новация абсолютная, для, во всяком случае, для нашей традиции. Есть здесь те люди, которые слышали этот спецкурс, в том числе и мне довелось его слышать. Разумеется, это принципиально отличалось от всего того, что было написано в это время в Советском Союзе. И надо думать, и не только в Советском Союзе, о библейских традициях. Это была совершенно авторская такая позиция Геннадия Иосифовича. Не пришлось мне слышать Николая Михайловича, но можно думать, что это в известной степени было таким вот продолжением самостоятельно. Ну и дальше. Библеистика как учебная дисциплина снова вернулась на исторический факультет после некоторого перерыва, связанного с уходом профессора Лившица Гиллер-Марковича, который много лет, так сказать, поддерживал эту традицию, начатую академиком Никольским. Вот теперь продолжал ее и Довгяла. В начале 90-х Геннадий Ильич Довгяла совместно с Виктором Анатольевичем Федосиком, о чем тот скромно умолчал, подготовил издание ряда произведений Иосифа Флавия в русском переводе. Сначала выходит в 91 году «Иудейская война», затем в 94 году «Иудейские древности» с обширными научными комментариями Довгяла по соответствующим периодам и вопросам. Многолетние исследования в области хитологии привели к Довгяла к необходимости исследования еще одного обширного направления истории – истории индоевропейцев. Ну, нет необходимости говорить, что в тот период такой истории не существовало вовсе как направление, поэтому это достаточно сказать, что просто он пришел к выводу, что такая история была. К тому времени древняя история традиционно строилась на основе библейской, индоевропейской древности принято было описывать в рамках уже известных исторических реалий. Вот тут-то как раз и пригодилось, или вернее, тут-то и был корень того, почему Геннадий Иосифович обратился к индоевропейцам. Довольно долго занимаясь библеистикой, наглядно видел, что мировая историография индоевропейских древностей, да и его собственные результаты, связаны или показывают такие процессы, которые не имели удовлетворительного объяснения в рамках классического понимания и принятого учебника. И поэтому тут не только библейский вопрос, тут еще индоевропейский, так сказать. В творчестве научного руководителя, то есть в научном творчестве Довгяла прочно утвердилось направление, которое можно назвать историческая индоевропеистика. Именно ей будут посвящены последние десятилетия исследователя в качестве магистрального направления. Я бы даже сказал, что, пожалуй, он видел в этом свою главную задачу, пока он работал. К концу 80-х фактически вся его деятельность уже была подчинена индоевропейским исследователям. Вот результаты.
Сотрудничество с международными институтами, изучавшими индоевропейские древности, в том числе и славянские, началось еще в 80-е годы, и после распада Советского Союза, как правильно сказал Геннадий Иосифович, возможно, Виктор Анатольевич, открылись границы, в том числе и Геннадий Иосифович. Во-вторых, Геннадий Иосифович Довгяло стал научным руководителем целого ряда аспирантов, чья тематика была непосредственно связана с индоевропейскими древностями. В известной степени это тоже продолжение было деятельности Никольского, который никогда не замыкался в том, чтобы продолжать некоторые свои внутренние исследования с помощью аспирантов, всегда поддерживал тематику более широкую. В-третьих, Довгяло стал одним из основателей отечественной концепции всемирной истории, которая содержала древнюю историю индоевропейцев как самостоятельное явление, чего, насколько сегодня известно, в самостоятельном виде не было ни в одной научной школе Союза. В 90-е годы особенно тесные научные контакты сложились у Геннадия Ивановича Довгяло с польскими коллегами-индоевропеистами, объединявшимися вокруг научного альманаха «Этнолингвистика». Ну, по крайней мере, с ними были очень тесные связи, что правда. Там практически имело место даже в известной степени командная игра, то есть общие задачи и общие вопросы. В 93-м Довгяло становится автором раздела «В первобытное общество и Древний Восток», первого отечественного школьного учебника по всемирной истории «История древних цивилизаций, 5 класс». Можно было бы об этом не говорить, если бы не одно «но». Беларусь никогда не занималась учебными дисциплинами, связанными с всемирной историей. Это никогда не было нашей, даже не то что прерогативой, а нашей возможностью. И когда после распада Союза стало ясно, что учебные программы расходятся в плане, вариант был только один. Нужно было создавать собственную концепцию учебную концепцию истории всемирной, всей, по причине того, что сетка с российской перестала совпадать, хоть договоренности в свое время и были, но это не сильно помогало делу, потому что действительно сетка была разной. Тут дело даже не только в содержании. Но благодаря Геннадию Иосифовичу был сделан первый учебник 93 года, то есть представьте себе, что это такое. 91 год, конец, распадается Советский Союз. В 92 году Российская Федерация принимает на себя вынужденное обязательство по обеспечению учебными материалами всех бывших союзных республик по предметам, которые не разрабатывали в союзных республиках. В 93 году мы выпускаем первый учебник собственный, который никак не связан с российским ни по базе, ни по форме. Ну, разумеется, не о содержании речи, а о том, как это выглядело. В 95 году состоялась первая успешная защита по индоевропеистике, выполненная под руководством Довгяло. Его аспирант Андрей Аркадьевич Прохоров защитил кандидатскую диссертацию по теме «Сакральное обоснование власти вождя у восточнославянских племен по данным исторических преданий и фольклора на индоевропейском фоне». Фактически это было классическим продолжением того, как работал Николай Михайлович Никольский в свое время, то есть и почем защищались его аспиранты. В 1994-1997 под руководством Довгяло была подготовлена к печати и прошла процедуру получения грифа Министерства образования Республики Беларусь. Рукопись первого отечественного учебного пособия по всеобщей истории для вузов, история Древнего Востока. Именно так. У нас не было учебников по всемирной истории, не было учебных пособий для вузов вообще ни одного на тот момент, собственного. Это первое из всех, которые были, и подготовлена она была прежде всего усилиями Довгяло. В 1997 году вместе со своими учениками Довгяло начал работу над созданием концепции плана энциклопедического справочника по истории Древнего Востока, отражающего созданную им концепцию. В 2000 году состоялась вторая успешная защита по индоевропеистике, выполненная под руководством Довгяло, о чем Виктор Анатольевич уже говорил здесь. Тема моя называлась «Варна Брахманов в социальной структуре ригведийского общества». 3 сентября 2002 года вышло из печати первое отечественное учебное пособие по всеобщей истории для вузов «История Древнего Востока». Основным автором и научным руководителем и редактором этого издания был Геннадий Ильич Довгяло. К сожалению, ему не суждено было увидеть, может быть, главный труд научно-педагогической деятельности его жизни. Ровно за день до этого события, 2 сентября 2002 года, Довгяло не стало. Причиной этого стала тяжелая продолжительная болезнь, к сожалению. В 2003 году на основе концепции Довгяло его учениками был выпущен атлас истории древнего мира 5 класс, который в свое время получил очень много всяких разных признаний, официальных и не очень, не только на постсоветском пространстве, может быть не столько, сколько на
восточноевропейском. В 2008-2009 учениками Довгяла было выпущено 2 энциклопедических издания, содержащих обширные материалы по истории Древнего Востока, основанные на концепции Геннадия Довгяла. Это то самое завершение в известной степени его начала работы по созданию энциклопедического справочника. В 2012-м вышло второе издание отечественного учебного пособия истории Древнего Востока. Основным автором этого издания остался Геннадий Довгяла. Таким образом, из основных составляющих научного наследия Довгяла до конца не доведено только издание его депонированной рукописи «Библия в свете клинописных источников». Работа над подготовкой этого издания ведется в настоящее время на кафедре истории Древнего мира и Средних веков. Я думаю, что мы ее в ближайшем времени завершим. Спасибо. Несмотря на то, что потом меня пригласили в Академии наук руководить развитием этнографической науки в республике, я не терял связи со своим родным университетом, который я окончил, и практически преподаю уже 48 лет в Белорусском государственном университете на историческом факультете. И в какой-то степени уже как бы история и науки на нашем историческом факультете, и история самого факультета как-то отразились вот в моей памяти так очень основательно, глубоко, и, конечно, в этой памяти важное место занимает и наш тот ученый, о котором мы сейчас говорим. Я хотел бы сказать о Геннадии Иосифовиче немножко шире, но я бы сказал, на фоне нашего факультета и показать, может быть, его такую важную роль на историческом факультете и его роль в развитии исторической науки на историческом факультете, конечно, ну, естественно, и в нашей стране, и, можно сказать, в мировой науке. Геннадий Иосифович был такой очень своеобразная такая личность. Своеобразная. Я бы, если так сравнивать его с преподавателями, другими преподавателями исторического факультета, то он очень, я бы сказал, выделяется вот своей такой, я бы сказал, необычностью. Но первая такая его особенность, на что, конечно, обращали внимание все, и студенты, и преподаватели, это его увлеченность наукой. Если все преподаватели увлекались наукой, но для него это было главное, самое, я бы сказал, главное и, на мой взгляд, единственное такое увлечение. И, может, поэтому он вызывал очень большой интерес и у преподавателей, и студентов. Всегда он, никогда я его не видел, чтобы он был один, о чем-то самостоятельно, так сказать, думал. Всегда кто-то с ним разговаривал. Или студенты, или преподаватели разговаривали, конечно, по вопросам науки. Притом он выделялся, конечно, на историческом факультете вот проблематикой. Вот эта проблематика научная, какой он занимался, едва ли не самая древняя по времени в сравнении с проблематикой других преподавателей. Это раннее, давнее общество, которое возникло после общины родового, и, конечно, специалистов в этой сфере было немного.
А он один из них, который действительно посвятил вот этим проблемам почти всю жизнь. Но поскольку это очень интересное такое время, переходное, от одного общинно-родового классовому обществу, проблемы это интересовали всех, и студентов, и преподавателей, поэтому, конечно, был большой интерес к его исследованиям. И вот я, когда так подумал еще, да, вот те работы, которые он написал, они как раз касаются такого сложнейшего периода мировой истории, перехода от одной формации, от одних условий жизни к другим. Притом, это очень сложный такой период, очень сложный процесс, и источники сложные. Кроме того, этими проблемами занимается вся мировая наука. Значит, нужно владеть, знать, что, где, когда по этим вопросам сказано, написано. Ну, естественно, нужно знать несколько иностранных языков. А вот то время, когда он начинал свою студенческую деятельность, а потом аспирантскую деятельность, научную, слабо было, слабое знание иностранных языков студентами исторического факультета. Этими языками овладевали на историческом факультете только самые выдающиеся, самые способные студенты, к которым, конечно, относился и Геннадий Иосифович. Он не только изучил иностранные языки, потому что этими проблемами занимаются во всем мире. И невозможно эти проблемы изучать, не зная, что же в других странах сделано. Но изучил еще вот этот один из древнейших языков. Самостоятельно, конечно, на ИСТФАКе этот язык не преподавался, значит, он его изучил самостоятельно под руководством уже учителя из Ленинграда. И вообще, я бы сказал, что это был очень интересный период в истории исторического факультета, когда он начинал свою деятельность. Не столько когда продолжал, а вот когда он начинал. А в чем интерес вот этого исторического периода? А он состоит в том, что это был и новый период в истории государства Советского Союза, когда мощь, я бы сказал так, широко и на высоком уровне развивалось образование. Стал вопрос о переходе к всеобщему среднему образованию. До этого в 30-е годы было только начальное всеобщее. Потом где-то в 50-е годы семь классов обязательно. И вот ставится вопрос, когда уже он оказался студентом исторического факультета, поставлен был вопрос перейти к всеобщему среднему образованию. И нужно было очень много новых учителей, в том числе и историков. Там где-то я так вот стал вопрос, сначала надо подготовить преподавателей, а потом уже готовить историков на историческом факультете. И да, действительно, была предпринята такая, я бы сказал, важное такое мероприятие. Отобраны лучшие студенты исторического факультета и направлены в лучшие вузы Советского Союза, к лучшим ученым. Именно по тем специальностям, по тем проблемам, которые в нашем университете еще не развивались. Это была поставлена задача вот деканом исторического факультета Петром Захаровичем Савочкиным вот подготовить такую плеяду студентов,
исторического факультета, чтобы они потом вернулись и стали преподавать эти новые науки, потому что в университете нашем, на историческом факультете, не было возможности подготовить специалистов по этнологии, этнографии, как она тогда называлась. Не было возможности подготовить по нумизматике специалистов, по истории Древнего Востока, по истории Греции, по истории Греции, потому что специалист был по истории Древнего Рима. И, можно сказать, ставилась задача и по истории Белоруссии подготовить за пределами нашего республики, по истории Белоруссии. И таким образом было направлено около 10 лучших студентов исторического факультета, вот среди них и Геннадий Иосифович был, он действительно обладал исключительными способностями, потому что, ну, тогда вообще почти студенты не владели иностранными языками, я говорил об этом. Это был большой такой недостаток. А вот эти люди, они, конечно, этого недостатка в них не было. Они были направлены в Ленинград, как тогда назывался Санкт-Петербург, направлены в Москву, и в результате этого еще целая плеяда ученых, докторов появилась на историческом факультете, среди них, конечно, и Геннадий Иосифович. Он выделяется почему? Выделяется прежде всего своей проблематикой. Это настолько давние, настолько далекие, настолько сложные проблемы, что, конечно, мало кто решился бы их изучать. И судя по тому, как он их решил, это вот его книги, это действительно новое слово в исторической науке, но я бы сказал, что тогда вообще, что касается древней истории, средневековой, новой истории, надо было написать новые работы с новыми такими результатами. Не то, иначе невозможно было это сделать. И Геннадий Иосифович успешно эти задачи решил. Вот эти книжки, которые называли, и он написал, это действительно новое в науке, и я говорю, что не только тогда было новое в науке, это остается и до сего времени. Эти вопросы исключительно важны. И он внес действительно большой вклад в историческую науку. И то, что он воспитанник исторического факультета, это, конечно, дает нам возможность говорить и о нем, и о факультете нашем, как о крупном таком научном учреждении, которое вносит вклад в историческую науку не только самой Белоруссии, но, конечно, и гораздо шире. Во-вторых, вот интересно, конечно, отметить, вот как я наблюдал, мне показалось, что кроме истории и спорта он ничем другим не увлекался. Вот у многих разные увлечения были у преподавателей, хотя все высокого уровня преподаватели, специалисты большие. Женщинами тоже увлекался. Вот я, к сожалению, этой информацией не владею, поэтому слушателям сказать не могу. Но вот мы же на факультете, и Михаил Семенович, мы же были на факультете и очень часто руководили там вы профсоюзной организацией. Я одно время работал заместителем декана, потом и партийной организацией руководил. Но во всяком случае такой информации отрицательной, в том числе по этому вопросу, конечно, не было. Вот у меня осталось такое мнение, что он
увлекался в основном одной наукой, со всеми разговаривал о науке. Действительно, внес очень большой такой вклад в науку. О нем было очень высокого мнения декан исторического факультета Петр Захарович Савочкин. Это вообще, я бы сказал, ну, для нашего факультета это самый выдающийся такой руководитель и преподаватель. Именно он направил во все другие вузы, самые лучшие, Московский университет, Ленинградский университет, наших выпускников, которые все стали докторами науки, сделали большой вклад в историческую науку. А Геннадий Иванович сделал вклад, даже не будучи доктором. Не будучи доктором, по тем результатам, которые есть, вполне его можно считать доктором наук. Это, естественно, надо по существу, а не просто по документам только смотреть. Поэтому я считаю, что он, вот, работая на историческом факультете, внес очень большой вклад и в подготовку студентов, и в развитие исторической науки, и авторитет исторической науки. И на нашем факультете он, конечно, вырос. Я не говорю о других. У нас много замечательных ученых. Я всегда завидую студентам, что у них есть вот столько замечательных преподавателей, которые могут дать им столько знаний, они при желании, конечно, могут тоже заниматься наукой и вносить вклад в нее. Так что это история нашего факультета, Геннадий Иосифович. Это история нашего факультета. Это история науки исторического факультета. Ее достижения. Мы, конечно, вправе этим гордиться и будем гордиться. И пример для занятий наукой. Я думаю, все на это обратят внимание. Спасибо за внимание. Мне посчастливо учиться на историческом факультете за гроши, платно, покольки я был сын селянина. Профессия звела нас с Геннадием Иосифовичем, как и с другими фронтовиками. У нас был хлопчик-партизан Потоцкий, медаль за боевые заслуги. Для меня, когда мы у студентские годы навод и дружили с Геннадием Иосифовичем, я неодноразово был у его доме, и он меня запрошал на пятом курсе. Приходил, как я думаю, уласно до меня, у нас были шахматы, и он меня обыгрывал ущент. Коли-нибудь мне удавалось все-таки отрывать перемогу. Не ведал ни одного слова об его партизанстве. Мабуть, это особная характеристика. Потоцкий, наш секретар факультетского комитета комсомола, он партизан, продолжалу ничего не ведал. Профессия звела мою жонку с мамой Довгялой в 83-м годе. И снова же пересечение. Я скажу два слова и про науку, и про наши спречки.
Но сперва о людях. Разрешите немножко расширить упоминание осталось из работавших на факультете живыми ваш и истории верный слуга покорный и Титок, Герасименко фронтовик, ушел в бесконечное небытие, Валентин Наумович, выдающийся тоже ленинградский воспитанник, ушел. Оба они своеобразные, образованные, интеллигентные молодые люди. Они в аспирантуре остаются сразу, а ваш покорный слуга 5 лет отдает дань народу в сельских школах. Это был мой выбор. Предлагали хорошую работу директором Мозырского этнографического музея. Я выбрал школу и, не раскаиваясь, это еще один университет. Но сначала студенческих, штришок студенческих впечатлений. Учеба на военной кафедре. Вываливаем шутки-прибаутки. Геннадий Иосифович в центре внимания. Шутка сократовская веселая, а иногда и колючая. Колючая не только по отношению к товарищам, это иногда кое у кого вызывало неудовольствие, но иногда такая шутка, раз дело касается стрельбы, так он на занятиях полковнику задает вопрос. Скажите, а вот если придется солдату с крыши стрелять, ему некогда будет перевернуться, и он мушкой вниз будет стрелять, так как тогда траектория пули себя поведет? Думал. Полковник говорит, так не стреляют. Спор. Михаил Федорович, ты упоминал эту книжку. Научный спор у нас получился неизбежно. Я работал в школе 5 лет. Казимир Адамович покойный тоже в школе начинал, причем он педучилище закончил. Ваш покорный слуга выступает против такого названия. Цивилизации, история старожитности. Он демонстрировал. Я выступаю против. История древнего мира для учеников 5 класса ясно, понятно, традиционно перешло это название из Российской империи
в Советский Союз. Это 5-й класс. Голосуем, я в меньшинстве. Но известно, что учитель Дьяконов написал и монографию «Рабовладельческая цивилизация». Определение истории с моими заметками. Геннадий Иосифович дает. Историей называют наука, какая улучшая, як жили в далеком минулом разные народы, какие подеи отбывались у их житті, як и чему менялось житё людей, и стало таким, як теперь. А это 93-й год. И вот это як теперь мене и побудило, а что ж теперь? Повысили заработную плату доцента в 2 раза 640 рублей, а пошел я боты купить кирзовые у магазине Мышкович, и они 840 коштуют. Так как воспринимать это, как теперь? Я думаю, что треба так воспринимать, как воспринималось колючий жарт Геннадия Иосифовича на перепынку. А когда это было? Что такое? 90 выдание 93-го года. Заходит Михаил Семенович к покойному Сану Санычу, который продает книжки, чтобы подработать, видит. А Эдуард Давидович Фролов издал «Лисия». Фролов – мой учитель. И поскольку тут Оксана Викторовна, она отсутствует, да, я ее все выискиваю. Впервые за всю работу я Эдуарда Давидовича приглашал, чтобы он к нам приехал. Ну вот впервые за всю мою работу после учебы в Ленинградском университете у нас есть гость с кафедры, нашей и моей кафедры истории Древней Греции и Древнего Рима. Эдуард Давидович, как человек очень скромный, выразился на заседании кафедры в 2003 году, когда мы были учениками Ксении Михайловны Колобовой. Я, разумеется, этого не воспринял так, потому что надо было подписать на истории старожитной Греции такую фразу: ровеснику по возрасту, учителю по знаниям античности Эдуарду Давидовичу Фролову. Эдуард Давидович говорил, что был дистрофиком и поправился только в госпитале, где работала его мама, когда готовилась операция «Багратион». Ну так ваш покорный слуга тоже был дистрофиком, но не во время оккупации, а когда в 43-м году вот восточная часть Днепра была освобождена раньше, и вот тогда начала люто вести себя вся полицейская свора, прошу прощения, я должен напомнить, что у нас год Великой Отечественной войны, моей жене внук и дочка подарили
билет на Хворостовского, живого человека Хворостовского я услышал и подумал, а что же это был за голос, не угнетенный болезнями? Вот бы послушать его такого здорового. А концерт посвящен Великой Отечественной войне. Должен сказать, что я огорчен, как не празднуется это событие. А в целом я хотел бы то, что вот Михаил Федорович сказал о том, как в Советском Союзе наш факультет послал нас учиться кого в Москву, кого в Ленинград. Это величайшее достижение всякого вида государственности, которая была у нас от 988-го, возьмем официальную дату просвещения христианского православного Руси, и до 1913 года около 26% умеющих читать и писать. И, Михаил Федорович, решение бюджетное решение образования к 1933 году четырехклассное, а мои братья старшие закончили бюджетное, подчеркиваю, семилетку, 6,5 классов в 1941 году. И ваш покорный слуга получил семейных учителей. Янка Купала, увойшов у хату, упершиню за историю нашей семьи, упершиню увойшов у хату селянскую. Я хотел бы чем закончить. Мне очень повезло. Мама родная по крови работала. Вторая мама научная, Рахиль Абрамовна Никольская. Третья, Ксения Михайловна Колобова. Я, как сельский мальчик, который мечтал закончить университет и приехать работать в свою деревню. Ну, такой у меня был первоначально кругозор. И была еще одна, которая по-дружески и по-учительски меня готовила к к знанию латинского языка, Чекалова, доцент Чекалова, которая относилась ко мне и как учитель, и как друг. Я благодарен этим людям и историческому факультету в его совокупности. Спасибо. Я хочу, наверное, для начала познакомить вас с одним из проектов научных, над которым работает наша кафедра. Ну, в программке он обозначен как античность в очима усходнеславянского середневечия. Это будет античность глазами восточнославянского средневековья. Вот такое название. А вот, ну, что здесь в этом проекте интересного, почему он привлек наше внимание? Ну, вы, наверное, знаете, что средневековое восприятие истории и мифологии, кстати, довольно мало привлекает внимание исследователей. Почему? Тут все очевидно. Основные усилия направлены на проблематики возрождения,
к интересу, интересу возрождения к Средневековью. Ну, это понятно, но надо учитывать, что гуманисты обращались к античности в поисках нового для себя общества. А вот в условиях упадка феодальных отношений, когда были разорваны вот эти иерархические связи сеньор-вассал, отменялась личная зависимость крестьян в Западной Европе, и они оказались в условиях общества, в котором порвались привычные связи между людьми. Где искать новые, какими они будут, непонятно. Они обращаются к античности, это совершенно объяснимо. У них прежде всего интерес был в этом. Отсюда интерес к языку и к искусству, литературе, где можно было найти сведения об этих новых связях между людьми. Идеал, конечно, они нашли такого общества в древнегреческом полисе, в древнеримской цивитас, но это уже позднефеодальное общество в Западной Европе. А что же, каково было отношение средневековых людей в этой системе классической феодальных связей? Оно принципиально иное. Вот. И тут надо учитывать еще один момент, ведь феодальные отношения складывались, развивались по-разному в Европе. Здесь нельзя синхронно переносить, скажем, там период высокого средневекового братья Западной Европы и распространять его, скажем, на Древнюю Русь или Великое княжество Литовское. Это не так. Феодальные отношения на востоке Европы складывались гораздо медленнее, чем на Западе. Здесь синхронности не было. Вот, поэтому мы и заинтересовались именно вот этим средневековым восприятием античной истории у восточных славян. Вот. Ну, самое важное здесь, пожалуй, для исследования заключается в инаковости систем социальных координат человека античности и человека средневековья. Нельзя все сводить к невежеству и необразованности средневековых людей. Вот то, как они излагали античную историю в своих сочинениях. Дело в том, что они воспринимали, интерпретировали античную историю по модели своего общества, феодального общества, и по своей шкале ценностей. И важно выявить характеристики и особенности этого восприятия. Люди средневекового общества воспринимали античную историю совсем не так, как и мы. То, что нам теперь представляется невежественным, порой смешным, абсолютно нелепым в их интерпретации исторических реалий и мифологии античности, на самом деле строго обуславливалось их представлениями об отношениях между людьми в обществе, их социальными, этическими и духовными ценностями. В их представлениях, например, не могла Троянская война начаться из-за спора трех богинь, языческих богинь. Понадобилась неслыханная измена вассала, как он там изображается, Париса, своему сеньору Менелаю, в средневековой, конечно же, Трое, с похищением жены сеньора, которому была дана вассальная присяга. Представляете, что это для средневекового человека? А рыцарь грецкий, как вот такой термин употребляется в старобелорусском переводе, переделки Трой, Ахилл, рыцарь грецкий, Ахилл не мог отказаться воевать из-за того, что у него отняли какую-то пленную простолюдинку. Естественно, не мог. Он протестует против лживого обвинения своего друга-рыцаря такого же. Лживое обвинение, вот там, возможно, измене, имени которого, кстати, нигде в мифах не найдете, в Илиаде тоже такого имени нет. Простить неверную жену сеньор никак не мог бы, как это было, значит, в греческой мифологии. Елену живой оставлять ни в коем случае нельзя было. И вот в средневековой троне Елену, конечно же, казнят, и не просто одно, а вместе с неверным вассалом Парисом. Его специально оставляют живых для вот этой казни, для расправы. В средневековой белорусской Александрии, в основе которой, кстати, лежит латинская, а не сербская, как в большинстве российских, версия, Александр Македонский, выступая после смерти отца перед македонянами и греками, призывает их к походу не на варваров, а на язычников. «Не поганы, а ли грековы во хвале звитерства будут залицаны». Хотя нигде в тексте Александр не представлен монотеистом, наоборот, он сам поганый, сам язычник. Более того, называет себя сыном бога Амона и царицы Олимпиады, при этом поклоняясь греческим богам. Это все показано откровенно, хотя богам этим даны, естественно, латинские имена. Вообще, в средневековых славянских текстах Александрии, в отличие от сочинений об Александре античных историков, исчезают понятия «варвары», «варварский». Точнее, они подменяются понятиями «язычники», «языческие», «язычество», «поганы», «поганские»,
пуганство. Причем во всех случаях, когда противоставляются грекам люди Востока. Нет там варваров, там появляются язычники. Ну, это, конечно, удивительно, язычники против язычников. И вот это, кстати, хорошо показывает анализ сохранившихся источников, вот эту трансформацию. В частности, средневековых переводов переделок псевдокалисфена, это основа средневековых трой. Если по реконструкции трех древнейших манускриптов псевдокалисфена, хранящихся в Париже, сравнить вот текст версии Б со славянскими переводами, то буквально в самом начале мы сразу же встретим не язычников, а варваров. Но текст манускриптов, конечно, они фрагментарны. Однако есть возможность полного сравнения анализа текста старобелорусской Александрии со староанглийским переводом, который сделан был в середине 15 века на нортумбрский диалект. В основе обоих переводов один и тот же источник, перевод на латынь 10 века архипресвитера Льва. Так вот, во всех совпадающих местах вместо языческих терминов в староанглийском переводе дается, ну, произношу по латыни, потому что нортумбрским диалектом не владею, барбари, барбидон, барберос, барбарины, бербренс и тому подобное. И нигде нет термина, естественно, язычники. Вот. Во славянских переводах все заменено на язычники. В своем предисловии во всю Библию русского языка великий белорусский просветитель и восточнославянский первопечатник Франциск Скорина счел необходимым еще в начале XVI века указать читателям: «Аще ли же кохание и маше ведати о военных, а о богатырских делях, чти книги судей или маховеев, более и справедливее в них знайдешь, нежели во Александрии или во Трое». То есть он советовал не читать ни Александрию, ни Трою средневековое. Но это взгляд Скорины, это уже взгляд человека Возрождения, это не взгляд человека Средневековья. Ну, важно понять, что, зачем и почему из античных реалий искажалось, получало иную интерпретацию средневековых исторических источников для того, чтобы оказаться адаптированным к пониманию современников. Здесь не столь существенно выявление самих фактов искажения исторических реалий, это как раз и не важно, сколько важно именно выяснение причин появления средневековых трактовок, причин искажения вот этих явлений античности. Эти трактовки порой кажутся абсурдными, но это не значит, что их следует оставить специалистам по литературе и изъять из поля исследований историков. Кстати, ведь и теперь наши современники создают массу романов, повестей, кинофильмов на сюжеты, например, средневековья, которые наполнены адаптации реалий средневековья к восприятию нашими современниками. И вместо типичных феодальной связи сеньор-вассал мы можем увидеть, например, патриотизм. Там, где вассал в реальности должен был идти, обязан был идти воевать против собственного короля, ибо так повелел ему сеньор, вдруг появляется какой-то патриотизм. Либо высокое чувство любви феодала к простолюдинке, это сплошь и рядом в романах современных, не к прекрасной даме, к простолюдинке, обратите внимание. Либо вот эти вот педагогические рассуждения о воспитании детей в Средневековье, ну вот о воспитании этих маленьких взрослых в Средневековье, как вы понимаете. Но иначе нашему современнику будет неинтересно читать или смотреть романы и фильмы по истории Средневековья, ибо создатели, естественно, не добьются популярности, во зрители просто не будут понимать мотивы поведения их героев. А ведь выяснение причин появления средневековых трактовок явлений античности как раз и является важной частью изучения инаковости человека Средневековья, его инаковости от людей античности и от наших современников. Последние годы нашей кафедры как раз и ведет к разработке вот этой проблематики античность глазами Средневековья, и мы сосредоточились именно на восточнославянском Средневековье. Возможно, это лишь на стыке медиевистики и антиковедения, а соответствующие белорусские специалисты как раз и объединены на нашей кафедре. Пока имеются наработки по историческим сочинениям Древней Руси, Великого княжества Литовского, напомню полное название, чтобы никто не забыл, Великого княжества Литовского, Русского и Жамойцкого, где главное внимание уделено средневековым белорусским источникам, ибо белорусский язык был государственным языком Великого княжества Литовского, и на нем вели официальные переговоры, разговоры великие князья литовские. Это государственный язык, не литовский. А также Великого княжества Московского или России. Почему для нас это важно? Ну, прежде всего, для осмысления места Беларуси в историческом процессе, для осмысления общих специфических характеристик развития культуры Беларуси, исторической мысли в восточнославянском контексте. Дело в том, что средневековая история Беларуси имеет свою специфику в процессе формирования и развития средневековых цивилизаций.
Византия выступала своего рода цивилизационной матрицей для Древней Руси, являясь частью античной римской цивилизации. Восточная Римская империя Византия просуществовала все Средневековье, и для нее, естественно, хронологический рубеж между историей Древнего мира и Средневековьем весьма условен. Но с V века, то есть Византия – это просто часть Римской империи, и византийцы это отлично понимали. Но с V века развитие Византии и Западной Европы шло различными цивилизационными путями. Формировавшаяся заново западноевропейская средневековая цивилизация в раннем Средневековье значительно уступала в своем развитии византийской. Византийцами, ромеями западноевропейцы воспринимались как варвары. После упадка темных веков в Западной Европе сложились феодальные отношения, чего, по моему мнению, никак нельзя сказать о Византии. А в высоком Средневековье Византия потеряла свое могущество. В позднем же Средневековье, когда Западная Европа вырвалась в лидеры цивилизации, Византия окончательно прекратила свое существование. И для восточных славян Древней Руси византийская цивилизационная матрица имела колоссальное значение. Принятие христианства из Византии было не просто важной вехой в религиозной истории. Это означало прямое цивилизационное воздействие, наследие античности. А Византия была прямой наследницей античности. Контакты с Византией давали Древней Руси возможности, подчеркиваю, возможности быстрого цивилизационного развития в сравнении с формировавшейся и отсталой тогда западноевропейской цивилизацией. Упадок и гибель византийской матрицы, я, правда, не люблю это слово «матрицы», но будем так считать, негативно сказались на развитии восточных славян. Однако спецификой развития средневековой Беларуси, как части Великого княжества Литовского, было приобщение ее к достижениям средневековой западноевропейской цивилизации, набиравшей бурные темпы развития с середины высокого средневековья, особенно в позднем средневековье. В исторических источниках Великого княжества Литовского позднее средневековье и начало нового времени уже четко прослеживаются два пласта использовавшихся письменных источников, исторических источников по античной истории из Византии и из Западной Европы. В частности, это отчетливо видно на примере двух версий официальных хроник о римлянине Полимоне, как предке великих князей литовских и литовцев вообще. Одна из них имела античным прототипом Полимона I Понтийского времен гражданских войн в Римской республике при Юлии Цезаре. Это версия Длугоша Стройковского, так ее обозначим, польская версия. Другая, это версия белорусско-литовских хроник, использовала персону Полимона II, так называемого союзного царя Понта времен уже Римской империи при Нероне. Ну, Рекс Социус, как очевидно вы знаете, это официальный титул проримских царей-марионеток. Самым известным из этих царей является, конечно, Ирод I, он же Великий иногда, как его называют. Ну, вот такой вывод об этих двух версиях происхождения Полимона, полученных из разных источников, вытекает как раз из анализа вот этих групп римских, византийских первоисточников, использованных авторами востребованных в то время легенд. В основе белорусско-литовской версии лежат византийские переработки античных первоисточников, известные в переводах еще со времен Древней Руси. В основе польской, Длугоша Стройковского, античный первоисточник, который использовали в Западной Европе, высокое и позднее Средневековье. Соотношение двух пластов, таких вот источников, которые использовались из Византии и Западной Европы, разумеется, не было одинаковым в Древней Руси, в Великом княжестве Литовском, в Московском княжестве или России. Здесь имелась своя специфика, ее, я считаю, надо исследовать. Легенда Полимоне, которая включила правителей Великого княжества Литовского в круг европейских монархов с их легендарным происхождением от античных персонажей, ну, в основном использовался троянский цикл, ярко демонстрирует, что средневековый интерес к античности обуславливался не только образовательными, просветительными и религиозными мотивами, а и политическими расчетами. И наиболее яркий пример таких расчетов – концепции Нового Рима, созданные на античном материале. Но значение их концепции, конечно, для историка значительно шире. Это и слияние политических и религиозных составляющих, скажем, вот здесь видно в концепциях Нового Рима, в основе их лежит библейское учение пророка Даниила о четырех царствах земных. А христианство – это, как известно, доминанта средневековой европейской ментальности, но самое важное – это все же то, что все изложенное все изложение и восприятие античной истории, включая античность, в средневековых всемирных хрониках, было подчинено Данииловой теории и строилось именно по ее схеме. Все остальное лишнее просто выбрасывалось, отсекалось. Вот этого не было в летописании Древней Руси. Не находим мы следов этой теории и в хрониках Великого княжества Литовского.
Однако можно видеть много общего освещения античной истории по схеме теории царства Даниила в исторических сочинениях Византии за определенным исключением, скажем, Иоанна Малалы и России. А общим для всех средневековых восточнославянских и византийских источников является шокирующее почти вот современное исследование, почти полное отсутствие сведений по истории греческих полисов и римской цивитаси. Их как будто не существовало. Средневековому человеку, который существовал в системе связи феодального общества, а из них главной была зависимость личной поземелья, была совершенно непонятна иная система связи между людьми в социуме, отношения граждан в идеале равных правах и перед законом, ну, разумеется, с учетом динамики этого процесса. В полисе не было сеньоров и вассалов, феодально зависимых земледельцев. Там не было царей, королей, князей, чиновников. Рабами в полисе были иноземцы, сограждан нельзя обращать в рабство. Представители власти выборные, подотчетные перед избиравшими их собранием горожан. Законы принимались не монархом, а собранием тех же граждан. Это было народоправство, прямое народоправство, немыслимое для человека феодального социума. Не было власти отдельной от народа, не было вооруженной силы отдельной от народа, армия полиса, ополчение всех его граждан. Нет сословия рыцарства, дворянства, дружинников, а воином является каждый. Как-то вообще можно было представить себе человеку феодального общества? Немыслимо. История древнегреческих полисов, естественно, была не просто неинтересна средневековому читателю либо писателю, она была просто совершенно непонятна. Не могли средневековые люди уяснить античное понятие «варвар», принципиальное отличие варваров от граждан. Вот и появляется в результате призыв язычника Александра к язычникам грекам идти в поход на язычников же персов. Теория Даниила четырех царств земных четко прослеживается в византийских хрониках. Она была принята еще отцами церкви в античности. Например, она изложена Киприаном в его трактате «Код идола Дии нон сунт». Ее придерживались византийцы Георгий Амартал, Константин Манасий и многие другие. Особенно важен хронограф Георгия Амартала, известный в Древней Руси в переводе еще с XI века. Суть теории Даниила сжато изложена, например, в истолковании пророчества Даниила о четырех зверях вот в русском хронографе 1512 года. Первый зверь – Вавилонское царство, второй – Перское царство, третий – Еллинское царство, им же владел Александр Македонский, четвертый – Римское царство. И дальше сказано: «И потом суд будет, и царство дано будет святым от небесного». Представляется весьма вероятным, что именно библейская концепция четырех царств в ее христианской интерпретации с неизбежным концом света, страшным судом и царством Божьим, которое завершает линейное течение земного времени человечества через переход его в вечность времени божественного, и послужил основой для теории о Втором и Третьем Риме. Ибо именно Римское царство должно было стать последним царством в земной истории человечества. После Рима других царств на земле не будет, по теории Даниила. Именно поэтому появились и Второй, и Третий, ну, а может еще появится и, значит, последующее наименование для вот последующих царств. Но именно Рим, Римское царство. Теория Даниила о четырех царствах земных была известна и на западе средневековой Европы. Ею, например, пользовались активно германские хронисты Фрутольф из Михельсберга и Ламперт Герцфельдский в XI-XII веках по заключению нашего молодого историка Андрея Анатольевича Тарканевского, и особенно Антон Фрейзингенский. Но важнейшее их отличие заключалось в том, что, например, не для франков времен Карла Великого, не особенно для германцев времен Священной Римской империи, Второй и Третий Рим не требовались. Город Рим непосредственно входил в состав этих имперских государственных образований. Исследователи, в том числе российские, уже отмечали на примере хроники Атона Фризингенского, что как раз тогда, в связи с развитием схоластики и канонического права, получила развитие теории трансляции империи, по которой империя Карла Великого и Священная Римская империя выступали прямыми преемницами Римской империи. А аргументировалось это главным образом юридическими обоснованиями на основе римского права правомощности перенесения империума как совокупности прав высших должностных лиц Рима на владык средневековых государств. Но следует отметить, что в Средневековье империум уже рассматривался только как высшее полномочие императора. А легитимизация передачи этих полномочий сводилась, естественно, к ритуалу с обретением определенных регалий, что типично для Средневековья. Германские короли стремились именно в Рим, чтобы получить там легитимный титул императора Священной Римской империи. Византийцы же считали именно себя ромеями,
И их держава воспринималась ими как римское царство по интерпретации той же теории Даниила о царствах. Им это не нужно было. Характерно, что в русском хронографе 1512 года при описании строительства в Константинополе имеется существенное отличие от использованного текста византийской хроники, перевод хроники, в словах, вот, которых нет у самого византийца, у Георгия Амартела. А в русском тексте хронографа добавлены такие слова. Калька-то взята из византийской хроники, а вставлены такие слова. «И наречь его свое имя Константинград, и наречь его Новый Рим». Слов «Новый Рим» в византийской хронике нет. Это идея создателя русского хронографа в русле теории четырех царств Даниила от Первого Рима, Римского царства, к Риму Второму. Ну, а оттуда уже, то есть Константинополь, оставался один только шаг к Москве, Третьему Риму. Утверждение, что Византия при переименовании в Константинополь стал Новым Римом, содержится и в российском летописце Эллинском и Римском 15 века, конец 15 века. Но наиболее настойчивое утверждение о Константинополе как Новом Риме неоднократно звучит в русском хронографе 1512 года, причем всякий раз в связи с важными трагическими событиями, как-то отречение Ромула Августа и взятие Константинополя турками уже в 1453 году. Теория «Москва-Третий Рим» здесь еще отсутствует, но основа для нее заложена. История человечества как история четырех царств с последним римским в их ряду. Первый и второй Рим, остался третий. Вообще, как уже отмечали многие российские исследователи, вот один из этих источников, летописец эллинский и римский, больше напоминает назидательное чтение из древней истории для средневекового христианина. А вот как раз русский хронограф, там четко прослеживается определенная концепция всемирной истории, в центре которой со временем оказывается древняя Киевская Русь и Московское княжество. Ну, могу только еще удивительный факт напомнить, что, скажем, если посмотрите летопись эллинский и римский, то там поход, значит, первый поход славян на Константинополь описывается с точки зрения византийцев. Византийско-центричная такая концепция получается. Не со стороны нападавших, а со стороны... Ага. Да, спасибо. Вот. Однако это все же результат использования античной истории для создания политической теории. Сама же история античности излагалась византийскими хронистами, чьи труды имели хождение еще в Древней Руси, а затем и российскими, по схеме библейской теории Даниила о четырех царствах, и именно ею обуславливался отбор событий, явлений, процессов античной истории. И что весьма важно, эта схема сводила историю античности к двум из четырех царств. Кроме восточных, вавилонскую и персидскую, это понятно, этими двумя царствами античности выступали царство греческое и царство римское. Но при этом из истории Греции и Рима исключались история полисов и римской цивитас, отношения между которыми людей, в которых были совершенно непонятны для людей, живших в системе феодальных связей. Царство греческое при этом представлялось как держава Александра Македонского и крупнейших государств, возникших на ее основе. Как правило, больше интересовались Птолемеями, ну, понятно, перевод Библии и так далее. Вот. И отсюда, скажем, особый интерес в Средневековье на эллинстве, именно на эллинстве Александр, доказательство того, что он эллин. А вот, скажем, греко-персидские войны абсолютно не привлекли внимания хронистов, даже в повествованиях о правителях персидского царства. Нет их. То есть древнегреческая история сводилась к той эпохе, которую мы теперь называем эллинизмом. А история царства римского была представлена как история первых римских царей с неожиданным провалом во времени и резким переходом к Юлию Цезарю. Его нельзя было пропустить, ибо это первый кесарь, как объяснялось в византийских и восточнославянских исторических источниках, и происхождение этого термина следовало обязательно разъяснить. А потом шла последующая история правления римских императоров. Вот так выглядела античная история в изложении восточнославянских исторических хроник, и византийских тоже. Интересно, что легенда и идея о троянском происхождении римлян, которые использовались в римском мифе для обоснования в римском мифе особой роли принципов императоров из рода Юлиев в исторической миссии Рима, они вот в русском средневековом хронографе отсутствуют, нет их и в летописании ВКЛ, скажем, и даже в старобелорусском тексте так называемого римского летописца. Нет такой версии. Кстати, о римском летописце в старобелорусском. Это очень интересное сочинение, ничего общего оно не имеет с летописцем эллинским и римским российским, даже по размеру. Вот. Очень маленький старобелорусский, он еще не изучен.
Вот, пока опубликованы только его фрагменты. Но что интересно, этот римский летописец, если его почитать, то возникает определенный шок. Я бы назвал его антиримский летописец. Такой ненависти к Риму вы, наверное, нигде больше не встретите. Вот в этих повествованиях об основании Рима, как был основан Рим. Бегство Энея из Трои. Шесть раз я посчитал в коротком, ну, на двух страницах книги обычного формата, да, ну, вот как вот такой вот А4. Так вот, шесть раз Эней именуется Здрайца Тройский, предателем Трои. Шесть раз. А потом история Рима описывается как братоубийство, кровавая история. На крови построен Рим. Вот это убийство Рима Ромулом. Вот. И вот так вот, собственно, подан этот эпизод. Почему, зачем, кому понадобилась такая трактовка, остается загадкой. Может, кто-нибудь ее разгадает. Ну вот, собственно, мы подробно изложим весь этот наш механизм работы с источниками в книге, которая выйдет в следующем году. Добрый день. Я очень рад, что могу выступать здесь. Честно говоря, давно хотел приехать в Минск. Вроде бы рядом, но как-то не получалось. Наконец-то мне это удалось. Очень рад здесь выступать с вами. Надеюсь, что и в дальнейшем будем продолжать сотрудничество между нашими университетами. Хотя по образованию я выходец тоже Ленинградской школы и тоже ученик профессора Фролова. Итак, Фемистокл у Фукидида. Я буду, естественно, говорить не о исторических коллизиях биографии Фемистокла, а в данном случае меня интересует именно литературный образ Фемистокла, созданный Фукидидом. И прежде всего хочу прочитать соответствующий пассаж, где этот образ хорошо преподносится. «Через год Фемистокл прибыл к царю и тотчас же занял у него положение, какого еще никогда не занимал ни один эллин. Отчасти из-за своей прежней славы, отчасти же от того, что подал царю надежду на покорение Эллады, но прежде всего потому, что выказал себя необыкновенно умным человеком. Действительно, Фемистокл был чрезвычайно одарен от природы и заслуживает в этом отношении, как никто другой, величайшего удивления. Даже полученное им образование ничего существенного не прибавило к его природным дарованиям. Отличаясь выдающейся остротой ума, он был величайшим мастером быстро разбираться и принимать решения в непредвиденных обстоятельствах текущего момента. И кроме того, обладал исключительной способностью предвидеть события даже отдаленного будущего. За что бы он ни брался, всегда у него находились подходящие слова и выражения, чтобы объяснить другим свои действия, и даже в той области, с которой он непосредственно не соприкасался, умел тотчас же найти здравое суждение. По ничтожным признакам Фемистокл прозревал, предвещают ли они что-либо хорошее или плохое. Короче говоря, это был человек, которому его гений и быстрота соображения сразу же подсказывали наилучший образ действий». Перевод, естественно, Стратоновского. Почему я решил заняться этим текстом? Поскольку бросается в глаза, что словословие в адрес Фемистокла заметно превосходит словословие, которое Фукидид обращает в сторону Перикла. То есть мы все знаем, что Фукидид прославил Перикла, однако, если сравнить, мы видим, что Фемистокл гораздо его превосходит. Ведь если сравнить эти два текста, причем, кстати, очень интересно, что оба раза эти тексты преподаются сходно, то есть Фукидид дает свою характеристику своего героя, уже как бы завершая рассказ о нем. Уже когда речь идет о смерти. Вот, соответственно, умирает Фемистокл, и этот пассаж. Умирает Фукидид, соответственно, пассаж. Ну, как вы знаете, Фукидид довольно скуп на какие-то свои личные комментарии и оценки. А тут два таких развернутых пассажа, которые, естественно, сравнить. Так вот, давая характеристику Периклу, Фукидид всего лишь называет два его качества. Проницательный ум и несомненную неподкупность. И при этом он отвечает только два факта, относящихся к качествам Перикла. Во-первых, что Перикл правил мудро и справедливо, и во-вторых, что он пользовался величайшим уважением со стороны сограждан.
А дальше факультет противопоставляет Перикла бездарным его последователям. Так вот, в этой связи как раз интересно, почему же Фемистокл оказался гораздо более прославлен, чем Перикл, и как никто другой заслуживает величайшего удивления. Подчеркиваю, как никто другой, то есть включая и Перикла, между прочим. Это еще тем более интересно, что вообще-то Фемистокл для Фукидида имеет проходящую второстепенную роль, гораздо менее значимую, чем Перикл в описываемых им событиях. Но, естественно, в научной литературе уже была отмечена тенденция Фукидида к идеализации Фемистокла. Некоторые, например, Гом высказываются об этом с удивлением. Все комментаторы Фукидида, конечно, констатируют этот факт, но практически никто его не объясняет. Разве что можно сказать, что Хорнблауэр отмечает, что хвалебный пассаж в честь Фемистокла играет у Фукидида роль мостика для перехода к Периклу. Может быть, эта роль мостика что-то и дает для понимания композиции, но вряд ли это что-то объясняет. Что касается других историков-комментаторов, Роц, например, то они обычно в этом месте занимаются уточнением каких-то деталей и, что показательно для нашей историографии, ищут возможные источники и литературные влияния. Обычно указывается на Стесенброта и Харона из Лампсака. И тогда проводится мысль, что Фукидид либо полемизировал с кем-то из них, либо что-то списывал у них, либо просто ему захотелось этого Фемистокла вставить в свой текст, поскольку у него была заготовка. Мне кажется, что, честно говоря, как и все мы обычно знаем, мы беремся за перо в том случае, если нынешние концепции нас чем-то не устраивают. Мне тоже кажется, что это все не очень объясняет такое отношение Фукидида к Фемистоклу. И вместо того, чтобы искать гипотетические источники, у кого Фукидид списал, в самом деле это довольно гипотетично, потому, мне кажется, имеет малую познавательную ценность. Вместо этого, мне кажется, целесообразно проанализировать сам текст Фукидида. И здесь еще, конечно, следует отметить одно обстоятельство, что, видимо, наш взгляд на Фемистокла и взгляд, если не современника, то ближайшего к нему человека как-то не совпадают. Ведь для нас Перикл все-таки фигура более важная в истории финской демократии, а для Фукидида как-то поэтому описание оказывается несколько иной образ. И сначала я коротко назову и прослежу акценты, какие ставит Фукидид в соответственных местах, когда он упоминает Фемистокла. Итак, первый раз Фукидид упоминает Фемистокла в своей знаменитой археологии, когда он рассказывает о морской силе эллинов и говорит о том, что до Фемистокла финнин были всего лишь эти старые питнокантеры, и Фемистокл убедил их построить знаменитые триеры. И тут же Фукидид замечает, что именно благодаря Фемистоклу произошло знаменитое сражение при Сламине. Кстати, здесь этот пассаж хорошо сравнивается с Геродотом. Геродот тоже об этом говорит, но Геродот преподносит это в другом ключе. Геродот говорил, что корабли-то строились для войны с Эгиной, а потом, случайно, они пригодились в войне с персами. Фукидид же здесь, в этом месте, дает неоднозначное указание на то, что... То есть, неоднозначное, совершенно однозначное указание, извините, на то, что как раз Фемистокл был прозорливым и уже тогда предвидел войну с персами. Второй раз Фемистокл упоминается в речи афинских послов в Спарте, в которой... они оправдывают положение своего полиса и вообще поведение своего полиса в Элладе. И афиняне говорят, что именно благодаря их флоту была одержана победа над варваром, и что виновником победы был Фемистокл. То есть здесь уже причисляются опять его заслуги Фемистокла. Третий раз Фемистокл перестает перед читателем уже в эпизоде восстановления афинянами крепостных стен после ухода персов из Эллады. Это знаменитый эпизод, когда Фемистокл водил за нос спартанцев и добивался построения этих стен. История хорошо известна, я к ней еще вернусь. Четвертый, последний раз Фукидид обращается к Фемистоклу в пространном рассказе о его бегстве из Аргоси, о переезде в Персию и поступлении на службу к персидскому царю. И, кстати, я хочу обратить внимание, что панегирик в адрес Фемистокла, который зачитал вначале, как раз следует буквально за этим рассказом.
То есть сначала Фукидид рассказывает о предательстве Фемистокла, а потом дает ему вот эту блестящую характеристику. Вот это как раз и вызывает удивление. Кроме того, нельзя не заметить, что куда-то совершенно пропадает отрезок времени между миссией Фемистокла в Спарте и его переездом в Аргос. Фукидид только коротко замечает, что Фемистокл был изгнан остракизмом, но что показательно, совершенно не считает необходимым пояснить, почему и за что. Очевидно, этот момент Фукидида смущает. И тем более кажется странным, что его не смущает факт предательства. И здесь, конечно, я хотел бы сделать некоторое отступление по поводу патриотизма или непатриотизма. Вот мы, Сергей Георгиевич как раз пришел, мы писали вот статьи, даже несколько полемизировали на эту тему. Так вот, хочу напомнить, что по поводу патриотизма, ну, все уже мы хорошо знаем, что греческий патриотизм представляет собой несколько иной, вот, совсем отлично от того, что мы под этим понимаем. Нет речи о каких-то фатерландслибе, любовь к родным березкам, да, и так далее, и так далее. И помните, что, говоря как раз о примере Алкивиада, ну, я высказал свою точку зрения о том, что Алкивиада простили на основании старинных аристократических представлений о харизме героя, ну, в смысле античном, конечно, то есть менос или кратос, сила, дарованная божеством, благодаря которому герой добивается своих успехов и, соответственно, имеет право на власть. Если в двух словах, то это можно назвать такой традиционной концепцией, которая оправдывала такие случаи предательства. Но к Фукидиду уже мы это не можем отнести. Рациональный Фукидид ни в коем случае не оперирует никакими такими метафизическими категориями. Поэтому, естественно, что тут надо что-то предполагать другое. Каким это образом Фукидид мог оправдать Фемистокла и факт его предательства. И вот мне кажется, что для Фукидида оправдание состоит именно в качествах этого человека. И вот цитата. «Фемистокл прибыл к царю, еще раз повторяю, и тотчас занял у него положение, какого еще никогда не занимал ни один эллин. Отчасти из-за своей прежней славы, отчасти из-за того, что подал царю надежду на покорение Эллады. Но прежде всего потому, что выказал себя необыкновенно умным человеком». И вот смотрите, как Фукидид объясняет этот статус Фемистокла. Кстати, я хочу прежде всего обратить внимание, что он говорит об этом с гордостью. Ведь ни один эллин до сих пор еще не удостоился такой чести. Значит, то, что Фемистокл у персидского царя занял такое положение, это честь для него. Это, соответственно, заслуга. А дальше идет речь о какой-то славе. Ну, конечно, можно понять, что Фемистокл пользовался славой у греков, но какая слава может быть у персидского царя? Скорее всего, что речь идет о заслугах Фемистокла перед персидским царем, и тут, конечно, все мы вспоминаем рассказ Геродота о его связях с царем во время войны, но здесь Фукидид говорит о какой-то славе, и дальше говорит, а на самом деле вот он умный, поэтому хорошо, что он заслужил такое выдающееся положение. И вот это как раз, по-моему, есть ключевое место. По-моему, если мы посмотрим сквозь призму этой фразы, то на другие пассажи Фукидида, мы, по-моему, поймем, в чем причина такого отношения. И поэтому хочу бегло коснуться вот нескольких эпизодов, в которых Фукидид не просто упоминает Фемистокла, а дает развернутое описание. Первый такой эпизод – это рассказ о постройке крепостных стен в Афинах. И здесь суть сводится, на самом деле, к двум вещам. Помните, Фемистокл обманул спартанцев, проявив военную хитрость. И тут же, кстати, интересно, Фукидид славит его за патриотизм, поскольку Фемистокл еще сказал патриотическую речь по поводу того, что сейчас спартанцы не будут учить афинян. Да? То есть он вот еще такой эпизод стал. А во-вторых, в этом рассказе содержится дальнейшее повествование о том, как Фемистокл инициировал укрепление стенами Пирея. И на основании этого Фукидид говорит, что Фемистокл первый понял, какие преимущества даст Пирей для афинян, и что будущее афинян на море. То есть понятно, что этот эпизод используется Фукидидом для того, чтобы показать прозорливость Фемистокла. Знаете, он уже смотрел в будущее, так же, как он смотрел в будущее тогда, когда строил флот. И таким образом становится понятно, почему Фемистокл у него выходит на первое место и отодвигает Перикла на второе. Ведь Фемистокл все-таки основоположник величия морского, величия Афин, а Перикл всего лишь продолжатель, что естественно. Но
И дальше, следующий развернутый эпизод, это бегство Фемистокла из Эллады. Еще раз повторяю, вот этот эпизод заканчивается словословием в честь Фемистокла. И, как видно, для Фукидида здесь нет никакого предательства. Если бы он расценивал это негативно, естественно, это как бы проявилось бы его в тексте. Но ничего подобного. Он очень подробно на этом останавливается, хотя тоже интересно, этот эпизод для него совершенно проходной, совершенно ненужный даже с точки зрения повествования. Ведь Фукидид здесь рассказывает о претензиях, которыми обменивались афиняне и спартанцы накануне войны. А тут вдруг такая новелла геродотовского стиля о том, как замечательно Фемистокл бежал. И теперь посмотрим, что же содержательное в этой новелле мы можем узнать относительно Фемистокла. По-моему, цель этого рассказа только одна – показать любимого политика с наилучшей стороны. И действительно, с точки зрения Фукидида, Фемистокл проявил в этой истории свои, опять-таки, незаурядные способности, свой блестящий ум. Ведь об этом свидетельствуют три эпизода. Первое – это поиск убежища у молосского царя Адмета. Все знаете эту историю, как он искал убежище у алтаря, у очага Адмета. Это же ум, это дерзость искать помощи у своего противника. Расчет делался на традиционные представления о святости очага, расчет сработал. Фемисток гениален. Второй эпизод – это избавление от опасности, когда корабль Фемистокла отнесло прямо к афинской эскадре. И помните, как вел себя Фемистокл? Опять проявил смекалку и благоразумие. Во-первых, подкупил капитана корабля, пообещал ему заплатить, чтобы тот обошел афинский флот стороной, а во-вторых, прибегнул к угрозам и пообещал сдать этого капитана как коррупционера, сказав афинянам, что он его подкупил. И этот расчет сработал. Капитан обошел афинскую эскадру. И, наконец, третий момент, который опять свидетельствует о великом уме Фемистокла, это его поведение уже в Персии. Он сначала написал письмо царю, а потом год изучал персидский язык, и только поэтому явился предсветлые очи царя, тем самым проявив политическое благоразумие. Итак, если подытожить вот эти все сюжеты, то мы можем увидеть перечень заслуг Фемистокла. Первое – это флот, во-вторых – победа при Саламине, в-третьих – постройка Пирея, крепостных стен – и великое могущество Афин. Это формальные заслуги Фемистокла. Но формальные заслуги, они не объясняют вот такого отношения Фукидида. И здесь еще раз, если мы проанализируем, то можем заметить одну вот особенность этого фукидитовского подхода. А именно, мы видим, что он совершенно игнорирует моральную сторону дела, моральную оценку. И смотрите, обман спартанцев, на самом деле, очевидный обман. Для него не обман. Поступление на службу к персидскому царю – не предательство. Ну и также вспомним, что Фукидид разделяет точку зрения Геродота на то, что Фемистокл во время войны имел сношение с царем. То есть он уже тогда на самом деле был предателем. Но для Фукидида это никакое не предательство, а для Фукидида это дальновидность Фемистокла. Ведь он уже тогда, видимо, прозревал будущее и знал, что ему пригодятся отношения с царем. И вот если мы теперь все это соберем вместе, то, мне кажется, поймем не столько Фемистокла, сколько Фукидида. Собственно говоря, об этом-то и речь. Речь именно о том, откуда такое отношение. Мне кажется, что Фукидид восхищается прагматическим подходом. То есть его интересует именно прагматическая сторона дела или, как мы говорим, критерии эффективности. То есть моральную часть откладывает в сторону, а выделяется прагматизм. И с этой точки зрения, согласимся, Фемисток действительно был в высшей степени эффективным политиком. Все, за что не брался, удавалось. Выпутывался из сложнейших ситуаций, везде добивался нужного эффекта. И таким образом Фукидид нам показывает новый образец политика,
нового закалки. Именно политика свободного от моральных норм, но зато в высшей степени эффективного. И если мы теперь вспомним, что может служить основанием для такого подхода, то, естественно, приходят новые софисты, ведь это софисты на пьедестал поставили критерии эффективности. Таким образом, мне кажется, что в общем даже дискуссии относительно мировоззрения Фукидида, а как вы знаете, тут дискуссия широкая, по-моему, так она никогда не закончится, когда одни пытаются увидеть в творчестве Фукидида какие-то моральные основания, а другие отрицают и говорят, что Фукидид был настоящим постмодернистом, то мне кажется, что, скорее всего, вот эта последняя точка зрения ближе к истине, ведь Фукидид явно здесь продолжает, ну, не продолжает, а ну, находится в русле софистической традиции. И вот, завершая вот совершенно уже пассаж, я надеюсь, я укладываюсь в регламент, одну тоже маленькую деталь хотел бы напомнить. На эту деталь указал в свое время Хельмут Берве. Речь идет о том эпизоде, когда спартанцы пытались уговорить афинян не восстанавливать свои стены, да, ну, дабы сохранить паритет. Фукидид вот этот эпизод преподносит, как вы помните, с позиции спартанского гегемонизма. Ну, совершенно это все правильно. Спартанцы таким образом стремились сохранить свою гегемонию в Греции. Однако Берве при этом замечает, что вот отказ от спартанского предложения означал на самом деле отказ от агональных принципов ведения войны. То есть спартанцы, видимо, исходили из старых гоплийских, каких-то еще очень архаичных представлений о доблестном бое в рукопашной, и, соответственно, никакие стены здесь не должны быть. Собственно говоря, так ведь традиция представляла себе борьбу за Трои, да и вообще, как мы знаем, никаких осадных машин до Пелопоннесской войны не употреблялось. Так вот, отказ от агональных принципов означал переход к прагматическим принципам. Кстати, спартанцы предлагали афинянам партнерство в этом. То есть не надо даже так думать, что спартанцы исключительно заботились о какой-то своей гегемонии. Они предлагали вместе с афинянами срыть все крепостные стены во всех греческих городах Северной Пелопоннеса. Но при этом, естественно, поводом служила, ну, ссылка на возможные угрозы со стороны персов, чтобы если персы снова придут, у них не было крепостей. Но они предлагали афинянам сотрудничество. Естественно, вот такая постановка вопроса сохраняла бы спартанскую гегемонию. Но все-таки, я думаю, Берве прав. А прав именно в том, что здесь идет смена политики, смена парадигмы войны. Вместо традиционного агонального принципа приходит сейчас новый, современный, ну, скажем так, модернизированный тип, модернизированная политика. И вот эту модернизированную политику, прагматичную, утилитарную и эффективную, представляет Фемистокл. И вот именно эту политику в лице Фемистокла и славит Фукидид. Таким образом, Фемистокл бросил вызов не просто Спарте, но и всей греческой архаике. Собственно говоря, образно говоря, конечно, в кавычках можно сказать, что с Фемистокла начинается своего рода модернизация греческой политики. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, прежде чем начать говорить о концепции глобального кризиса и начале 30-летней войны, я бы хотел отметить два момента очень важных. Смотрите, на улице теперь теплый ноябрь, да? Это что, признаки глобального потепления? А недавно еще говорили о глобальном похолодании. Хотя глобальное похолодание бывало в истории человечества не один раз. Начало великого переселения народов как раз являлось следствием глобального похолодания фактически по всей Евразии, что побудило гуннов и готов передвигаться, и в результате разрушилась Римская империя. Так. Климат от нас не зависит, и глобальное похолодание, глобальное потепление могут вызвать обострение социальных конфликтов, военно-политических конфликтов, религиозных противоречий, что как раз это момент, который очень важен для понимания сути тех событий, которые произошли во время 30-летней войны, вообще в 17 веке. Это раз. Второй момент. Так, годы идут, смотришь, через 3 года будем отмечать, особенно в Германии будут это отмечать, начало 400-летия, начало 30-летней войны, сыгравшей очень важную роль и до сих пор являющейся предметом всякого рода и научных споров, и политических спекуляций.
Достаточно сказать, что популярная теория в свое время о великом разрушении Германии, огромной жертве Германии, так, подкрепляющим ее частично различными фактами, была, кстати, популяризирована и вышла в большом количестве изданий в книге «30-летней войне» немецкого историка Гюнтера Франца. Но у нас об этом молчат, я не знаю почему, но он ведь был хауптштурмфюрером СС и писал эту книгу, не избавившись вполне от нацистских взглядов, кстати. Что отметили, правда, не немецкие, а французские историки. Так, ну а теперь перейду к делу. Так вот, главный вопрос, который возникает при изучении 30-летней войны, заключается в том, была ли эта война закономерной и неизбежной, или началась и продолжалась в результате трагического стечения обстоятельств. И случайности ее можно было бы избежать. Обычно при объяснении причин 30-летней войны указывают на конфликт между Францией и Габсбургами, это вечный конфликт, который закончился только в XVIII веке, конфликт между протестантами и католиками Священной Римской империи, между чешскими сословиями, Габсбургами и так далее. С 50-х годов прошлого века популярной стала концепция всеобщего кризиса, выдвинутая британским историком Эриком Хобсбаумом, которая целиком выводилась им из социальных и политических процессов в Западной и Центральной Европе. Эту концепцию, по сути дела, поддержал Тревор Роупер, который сделал ее более такой объемной, в то время как наш историк Борис Федорович Поршнев считал, что такая постановка вопроса носит надуманный характер, а точку зрения Тревора Роупера назвал еще более искусственной фантазией. Между тем, многие западные историки отреагировали на эту идею, кто будучи против, кто за. Но во многих откликах выпала первая общеевропейская война, то есть 30-летняя война. Тут неизбежно встает вопрос о генезисе кризиса в Европе. И здесь как нельзя кстати оказывается концепция глобального кризиса известного американского историка Джеффри Паркера, который определяет совокупность процессов и событий 17 века как глобальный кризис, особенно сильно проявившийся с 1618 по 1680-е годы. Эта книга его очень толстая о глобальном кризисе, вышла 2 года назад, ее можно было даже увидеть не где-нибудь, а в книжном магазине в Дубае. То есть продавалась она довольно дешево и вышла большим тиражом, что само по себе очень примечательно. Паркер честен в том, что этот термин уже использовал Хьюг Тревор Роупер, который при этом не сказал ни слова о влиянии на исторические события климата. Паркер же связал малое ледниковое столетие, каковым в климатическом отношении был 17 век, с историческим глобальным кризисом. Малое ледниковое столетие характеризовалось необычной концентрацией экстремальных климатических явлений. В одних частях света и странах продолжительной засухой, в других длительными дождями и наводнениями, а в-третьих, пиком сейсмической активности и землетрясениями. Все эти явления породили демографический упадок, эпидемии, войны, мятежи и революции, поскольку ответом на них стали неверные политические шаги религиозных и политических лидеров, приведшие к кризису в глобальном масштабе. По мнению Паркера, 17 век убедительно доказал, что большинство политических катастроф произошло в период климатического ухудшения, особенно в периоды холодов и засухи. Многие правительства извлекли опыт из кризиса, и вместо военного государства стала развиваться идея государства всеобщего благоденствия. Паркер все же считает сердцем кризиса проблему голода, которая заставляла потреблять меньше продуктов питания и уменьшать количество едоков. Эти же причины побуждали у людей 17 века к добровольной миграции в поисках лучшей доли. Интересно важное наблюдение Паркера о том, что там, где правители игнорировали призывы со стороны своих народов, там происходили мятежи и революции. В итоге 40-е годы 17 века знали больше мятежей и революций, чем какой-либо другой сравнимый период мировой истории. Естественно, центральным пунктом концепции Паркера является Германия времен 30-летней войны и последующих войн, происходивших на ее территории до конца 80-х годов 17 века, вследствие масштабности бедствий и разрушений. Главу под названием «Стенание Германии и ее соседей» в 1618-48 годах британский историк начинает с рассказа о проведении правительством земли Гессен в Федеративной Республике Германии в 1962 году, опроса населения на тему 7 величайших катастроф, переживавшихся Германией. Многие респонденты отметили эпидемию бонной чумы, то есть черную смерть, в середине XIV века, поражение во Второй мировой войне и Третий Райх,
Но тем не менее возглавила список катастроф 30-летняя война. Объясняется это довольно легко, потому что потери населения и его перемещения были пропорционально большими даже, чем во время Второй мировой войны. И последствия катастрофы сказывались в течение более длительного времени. Но это относительно в процентном отношении, не в цифровом. Недаром еще в 70-х, в начале 70-х годов прошлого века другой британский историк Хельмут Кёнигсбергер назвал 30-летнюю войну европейской гражданской войной. Интересно, например, что Паркер делает парадоксальный вывод, когда пишет, что сражение при Брайтенфельде 7 сентября 1631 года спасло дело протестантов, но изменило масштабы и влияние войны на жизнь населения Германии. Когда шведские войска двинулись вглубь страны и начались грабежи, насилие не только со стороны имперской армии Валенштейна, жившей по принципу «война сама себя кормит», но и со стороны шведских войск, пополнявшихся разноплеменными наемниками. Погодные изменения также усилили стенание Германии. Другим последствием бедствий 30-летней войны в северо-восточных землях Германии было не просто уменьшение населения, но и второе издание крепостничества, так как с помощью законодательства было ограничено передвижение крестьян и увеличена отработочная рента. По существу крепостное право стало основой экономики Восточной Европы именно с того времени. В конце этой главы Паркер ставит вопрос, не было ли всеразрушающее бешенство 30-летней войны мифом, созданным выжившими современниками. Ссылаясь на многочисленные дневники и хроники этого времени, он замечает, что современники не собирались скрыться в тишине могилы и передали потомкам свой печальный опыт, особенно по части низкой рождаемости во время войны и многочисленных миграций. Население Германии уменьшилось в относительных цифрах от 20 до 45%, что выше в процентном отношении, чем во время Второй мировой войны, и не восстановилось даже спустя 50 и более лет. Резюмируя итоги 30-летней войны, Паркер пишет, что пострадала не только Германия, но косвенно в экономическом плане, то есть в смысле расходов на армию и так далее, пострадали и другие страны Европы. Тем не менее, Вестфальский мир 1648 года принес возможные выгоды не только Германии, но и ее соседям, поскольку создался баланс сил между старой империей с одной стороны и Францией и Швецией с другой. Империя могла объявлять войны только решением Рейхстага, а территориальные правители получали право заключать союзы с иностранными государствами. Главным результатом было снижение риска религиозных войн, так как отныне нельзя было объявлять войну по религиозным мотивам. Важным достижением стало проведение международных конгрессов по типу Вестфальского конгресса с его обязательными для всех участников решениями. Европейский кризис середины 17 века являлся частью глобального кризиса. Историческая наука и его характеристика еще сравнительно недавно относилась к числу наиболее дискуссионных проблем. Причем была заметна существенная разница о чрезвычайно широком географическом и социальном плане понимания кризиса. Я имею в виду работы Мерримена, Поршнева, Мунье, до его полного отрицания в работах Кёнигсбергера. При этом преимущество в англоязычной историографии к началу 80-х годов 20-го столетия концепция европейского кризиса стала сугубо историческим явлением. Современная немецкая историография ее чаще всего воспринимает как аксиому, к чему склоняется также ряд французских исследователей политической истории 17 века. Практически каждая из концепций кризиса страдает односторонностью. Однако это не столько вина исследователей, сколько масштаба самого события, проявившегося во всех сферах жизни. Последние десятилетия стали очень распространенными плюралистические подходы к оценке событий середины 17 века, когда экономические, социальные, политические и духовные процессы в европейских государствах того времени рассматриваются во взаимосвязи и взаимовлиянии. Практически ни один из ныне существующих подходов к изучению европейского кризиса, даже в рамках концепции глобального кризиса, не может быть объявлен единственно верным. Все неинтересны, поражают разнообразием и основываются на различном понимании соотношения общего и особенного в развитии европейских государств. Но даже верное соотношение различий и дефиниций не может гарантировать окончательного решения этой историографической проблемы. 30-летняя война – это всеобъемлющий конфликт общеевропейского масштаба, системно-структурный кризис, отразивший все противоречия переходной эпохи на международном уровне. 30-летняя война, поглотившая огромные экономические и людские ресурсы, политическую и духовную энергию многих государств, способствовала в той или иной степени временному ослаблению как побежденных, так и победителей. Недаром существует аксиома, что в войнах абсолютных победителей не бывает. Неблагоприятные климатические условия, экономический и финансовый кризис, ускоренные и усиленные войной, непосильные, но вынужденные налогообложения, людские потери, ужесточение внутренней политики и неумелая дипломатия правительств ряда стран, даже при отсутствии или наличии незначительных предпосылок кризиса,
могли породить ощущение нестабильности и дисбаланса, необходимости перемены и реформ, приводящие к выступлению против существующих властей. В результате 30-летняя война послужила одной из причин, необходимым условием, катализатором и проявлением в международной сфере европейского кризиса 17 века. Она была неотъемлемым фактором возникновения синхронных политических потрясений середины столетия барокко, приведших к итоге к модификации политических структур европейских государств и взаимоотношений между ними. Имевшая общеевропейский охват 30-летняя война явилась ярким выражением системно-структурного кризиса в международных отношениях на континенте, в процессе которого вся система европейских государств пришла в движение и подверглась существенной перестройке, определившей в итоге новое значение каждой из политических структур, приведших к созданию Вестфальской системы, которая, в общем-то, действует до сих пор. Довольно четко это прослеживается на примере Священной Римской империи, пережившей тяжелый структурный кризис, когда каждый из немецких княжеств, независимо от конфессиональной принадлежности, отстаивал свою автономию и выступал за соблюдение имперской конституции. Во Франции структурные изменения выразились в процессах централизации абсолютизма, именно уничтожении гугенотского государства в государстве, борьбе с аристократической оппозицией, создании жесткого бюрократического аппарата. Практически во всей Европе происходили сочетавшиеся с 30-летней войной процессы монархизации. Происходил подъем средних и малых государств, стремившихся к суверенитету, какой бы обеспечивал их независимое существование. В конце 17 века монархической государственностью, то есть полным суверенитетом, обладали Франция, Испания, Англия, Португалия и Швеция. В других монархиях, или как их еще называли, квазимонархиями, сословия в целом или круг выборщиков участвовали в передаче власти. В качестве примеров можно привести Священную Римскую империю, Венгрию, Речь Посполитую, Данию и Папское государство. Но монархизация стала еще более широким явлением, была характерна не только для средних и малых правителей. Она могла включать в себя как превращение территориального или регионального княжества, то есть герцогства или курфюршества, в королевство, а их правителей в королей, так и обретение королевской короны в другом государстве, а также повышение статуса правителя огромной территории в европейской системе государств. Недаром в те времена говорили, что в старой империи каждый курфюрст мечтает стать королем, а каждый князь – курфюрстом. Причем начался этот процесс перед 30-летней войной. Старая империя формировалась не как надгосударственный союз, ибо государство нового времени формировалось в Германии как территориальное, поскольку имперская конституция после Вестфальского мира не определяла ее суверенитет над многочисленными имперскими чинами, а предоставляла им свободу отношений друг с другом и с другими европейскими державами. Началом 30-летней войны считается Пражская дефенестрация 23 мая 1618 года. Так. Ну, это известный факт, когда представители имперской администрации выбросили из Пражского града в рост с водой и нечистотами. Этим актом чешское протестантское дворянство выразило свой протест против ликвидации его политических и конфессиональных привилегий, полученных им во время конфликта между императором Рудольфом II и его братом Матиасом. Сторонник жесткого контрреформационного курса, герцог Штирийский, Фердинанд Габсбург, был избран чешским королем 6 июня 1617 года, что уже предвещало возможное столкновение между ними чешскими сословиями. Но самое главное было впереди, именно избрание Фердинанда римским королем при жизни императора Матиаса. Поскольку лозунгами Фердинанда Штирийского были, по замечанию Дитера Альбрехта, контрреформация и абсолютизм, его оппоненты выдвинули против него идеи протестантского единства и защиты сословных вольностей. Конфессиональная борьба происходила не только во владениях Габсбургов, но и в других частях Европы, так что конфликт Чехии мог легко перерасти в конфликт европейского масштаба. Этот конфликт становился реальным в связи с избранием кальвиниста курфюрста Пфальцкого Фридриха V чешским королем. Речь шла о предотвращении избрания Фердинанда императором, чему он противопоставил союз с Испанией во создании католической лиги во главе с герцогом Максимилианом Баварским. Принятие Фридрихом V чешской короны означало бы нарушение имперской конституции и давало возможность объявить нарушителя под имперским запретом или опалой. Но дело заключается не только в контрреформационной настроенности Фердинанда Штирийского, его стремлении установить абсолютистское правление и стать императором. Тут необходимо проследить и настроение протестантского лагеря не только в Чехии и империи, но и в целом Европе. Опубликована недавно статья гильдебергского профессора Эйке Вольгаста «Людвиг Камерарий. Политика курфюршества Пфальцкого перед и после 1618 года». Автор подчеркивает, что воинствующий конфессионалист Камерарий
отвечавший в окружении курфюрста за имперские дела, увидел в избрании пфальцского курфюрста чешским королем возможность ослабить Габсбургскую католическую партию в империи Европе. Он, будучи потом руководителем пфальцского правительства в изгнании, пытался создать альянсы протестантских государств против католической партии. Уже одно это говорит о том, что в начале 30-летней войны прямо или косвенно виноваты обе стороны. Но дело даже не в этом, а в том, что они не могли точно рассчитать возможные последствия своих действий, планов, и уж точно не могли связать их с кризисными явлениями в экономике, социальных отношениях и политике в Европе. 30-летняя война в значительной длительной временной перспективе не ограничивалась тремя десятилетиями от чешского восстания до Вестфальского мира. В европейском масштабе она стала квинтэссенцией процессов, начавшихся Нидерландско-испанской войной с 1566 года и закончившейся франко-испанским Пиренейским миром 1659 года. Гегемония Испании с 60-х годов XVI века компенсировалась императором Священной Римской империи тем, что германские князья, в числе которых были курфюрсты бранденбургские и саксонские, признали сначала Фердинанда I, а затем его преемников. Между тем, конфессиональные противоречия нарастали, и авторитет императора как последней посреднической инстанции усиливался. Император Матиас и кардинал Клезль попытались примирить религиозные партии, но императорская власть не обладала внутренней прочностью и не смогла предотвратить начавшуюся войну, особенно когда в нее вступила Испания. Эскалация конфликта втянула в войну Республику Соединенных Провинций Нидерландов, затем Данию. Франция проводила поначалу дипломатию пистолей, поддерживая князей Швеции финансово, а затем, когда наступил критический момент, сама вступила в войну против Испании. Казалось бы, Германия была уже в 1629 году подчинена императору Фердинанду II. Но в результате его победы оказались бесплодными, и начался длительный и мучительный путь к Вестфальскому миру, особенно когда наступил конец могущества Испании. Как известно, Максимилиан Баварский, захвативший под предлогом защиты местных католиков протестантский город Донауверт, нарушением имперской конституции, фактически получил одобрение императора Рудольфа II. Уже после начала войны протестантские курфюрсты стали искать поддержки других имперских чинов. Поворотным пунктом стала передача статуса курфюрста от Пфальца к Баварии, но ведь это было фактическим усилением условием помощи со стороны Максимилиана Баварского императору для подавления чешского восстания. Протестантские курфюрсты колебались, опасаясь действий императора, и не поддержали чешское восстание. Мало того, курфюрст саксонский Иоганн Георг помог Максимилиану Баварскому военной силой. Все это подготовило, как писал в своей известной книге «Вестфальский мир» Фриц Дикман, усугубление войны, закончившейся Вестфальским миром, который долгое время означал для германского народа несчастье, а для Священной Римской империи начало смертельной болезни, разрушившей ее в конечном счете. Но вместе с тем, ее результатом явились равенство обеих конфессий, фактическое признание равенства государств по принципам международного права и утверждение нового рационального мышления. А на рубеже 16-18 веков в Европе сложился очень запутанный и сложный клубок отношений, из которых Хельмут Нойхаус выделяет три – династические, конфессионально-политические и государственно-политические. Католики получали поддержку со стороны Католическая лига, протестанты со стороны Протестантского союза, причем поддержка со стороны южных, то есть испанских Нидерландов, носила характер военной угрозы. Таким образом, складывалась ситуация, ведшая к конфессионально-политической конфронтации, которая могла бы уже тогда привести к общеевропейскому конфликту. Конечно, начинать разговор о предпосылках 30-летней войны надо с событий, происшедших задолго до самой войны, если не с начала реформации в 1517 году, то, во всяком случае, с Аугсбургского религиозного мира 1555 года. Ясен только один принцип. Этот мир предоставлял право имперским чинам определять конфессию своих подданных. Но во многом его соблюдение зависело от императоров. Если Фердинанд I и Максимилиан II выполняли условия Аугсбургского мира, Рудольф II, пребывавший в состоянии меланхолии или психического расстройства, мало занимался имперскими делами, увлекаясь горным делом, астрологией и искусством, и не совсем подходил до роли императора. Политика Рудольфа II строилась на католических предпочтениях, в этом смысле вела к разрушению основ системы религиозного мира 1555 года. Таким образом, поддержка большинства имперских чинов была во время чешского восстания Фердинанду II обеспечена. Она диктовалась логикой мышления и поведения конфессионального века, доминантой которого была борьба за спасение душ. До века рационализма было еще далеко, и тогдашние политические игроки цинично обращались с принципами Аугсбургского мира и давали преимущество религиозным чувствам перед политикой, построенной на праве. В сущности, это был кризис,
имперской конституции, оказавшейся в патовой ситуации, при котором курфюршество пфальцкое становилось, выражаясь словами Фолькера Пресса, толкователями евангелического ревизионизма против религиозного мира. Религиозные союзы стали следствием кризиса имперской конституции и слабости императора. В сложившейся обстановке действия чешских сословий не способствовали компромиссному решению вопроса со стороны австрийского дома, а из-за конфессиональных союзов ситуация в империи становилась опасной. Какая роль реально принадлежала чешскому восстанию? Конечно, 30-летняя война стала результатом целого комплекса межгосударственных и межконфессиональных противоречий. Чехия в самом деле оказалась в эпицентре противостояния вследствие нарастания конфликта между Габсбургами и чешскими сословиями по причине острой проблемы разграничения полномочий короля и сословий, с которой оказался тесно связан религиозный вопрос. Поражение чехов и их союзников способствовало изменению баланса сил в Центральной Европе, вмешательство на внутренние дела в империи со стороны Дании, Швеции, Франции. Параллельно развивались конфликты между Испанией и Республикой Соединенных Провинций Нидерландов, Речью Посполитой и Османской империей, а также между Речью Посполитой и Московским царством. Непосредственным результатом поражения чешского восстания стала консолидация Габсбургского католического лагеря в Европе. Вопрос о вине пфальцкого курфюрста Фридриха V в начале 30-летней войны снова поднял Антон Шиндлер, правда, несколько иронизируя в том смысле, что сам по себе вестфальский мир запрещал ставить вопрос о виноватых в этой войне. Первая же статья Оснобрюкского договора между империей и Швецией называла этот договор христианским, всеобщим и вечным, а статья давала амнистию всем ее участникам. Тем не менее, вопрос о виновности пфальца в начале 30-летней войны стал в научной литературе центральным. Почему курфюрст пфальцкий принял предложение чешских сословий? И с самого начала было видно, что это было рискованным и непросчитанным предприятием. К тому же, вмешательство Испании на стороне Габсбургов и участие испанских войск в битве на Белой горе 8 ноября 1620 года стало проявлением европеизации войны, что привело к бесповоротному вступлению в эту войну Франции и Швеции. Кроме того, было ошибочно со стороны пфальца рассчитывать на помощь лютеранских князей, исповедовавших политику земельного отца в своих владениях и не шедших дальше своих интересов. Курфюрст саксонский Иоганн Георг, вопреки лозунгам протестантской солидарности, выступил на стороне императора, за что получил в качестве награды Лужицкую область. Но степень виновности курфюрста пфальцкого в начале 30-летней войны, безусловно, уже одним этим доказывается. Не поддержи он императора, кто знает, рискнули бы Фердинанд II и католическая лига начать войну против чешских сословий. Но он как бы и не оправдывал его тем, что он заботился о сохранении мира и империи в своем доме, то есть династических интересах, тоже поступил нерасчетливо, как и правители пфальца, исходившие из другой идеи, идеи конфессиональной гражданской войны. Саксония хотела компромисса и стабильности в империи, но поначалу это привело к религиозной конфронтации, затем к католическому триумфу. Это может показаться... Вопрос о причинах 30-летней войны очень серьезно касался Борис Федорович Поршнев, о чем я уже упоминал. Он не соглашался с концепцией Тревора Ропера, считая ее искусственной фантазией и упрекая сторонников концепции всеобщего кризиса 18-17 века в том, что они рассматривают 30-летнюю войну как немецкую войну, лишь некоторым соучастием двух-трех государств. Этот предрассудок, писал он, разведан специалистами разных национальностей, но он еще живуч в умах неспециалистов. На деле внешняя политика каждого из европейских государств в ту эпоху была детерминирована фактом идущей войны и разделением стран на два противостоящих лагеря. Про Габсбургский, включая польско-литовское государство, и антигабсбургский. Конечно, эти два блока можно было назвать католическим и антикатолическим, если бы к антигабсбургскому блоку не присоединилась Франция, вследствие чего война перестала быть религиозной. Кроме того, в зависимости от экономического, социального и политического положения в этих странах их стратегия и тактика была различной. Поршнев также акцентировал внимание на классовой борьбе при переходе от феодализма к капитализму, рассматривая подавление восстания коммунеров в Испании в 1520-22 годах, поражение крестьянской войны в Германии как отбой капиталистической заре. Главным вопросом 30-летней войны Поршнев считал вопрос о Габсбургской империи, или по терминологии современников, австрийском доме, выделив две его стороны – западноевропейскую и восточноевропейскую. В Западной Европе в течение полутора столетий до заключения Вестфальского мира он видел борьбу двух политических концепций, двух государственных систем. Одна – это концепция единой империи, воплощенная в идее универсальной католической империи под властью Габсбурга, другая – концепция национального абсолютизма. Он подчеркивал, что политические руководители господствующего класса феодалов нашли два разных ответа на нарастание революционных сил. Первым ответом была наступательная концепция наднациональной империи, а вторым ответом была стратегия обороны, воплощенная в абсолютистских Франции и Англии,
имевшие относительную прогрессивность. Но взаимности в отношениях этих двух сил не было. Вторым важным моментом в конструкции Поршнева являлось обоснование концепции трех планов борьбы с революционным подъемом Германии – Габсбургского, Валенштейновского и Княжеского. Первый план Поршнев усматривал в попытках восстановления империи Карла V, заключавшегося в радикальной чистке Европы от всякого горючего материала. Главной линией второго плана было стремление части германского дворянства создать германскую абсолютную монархию. Третий план, то есть княжеский, заключался в использовании интервенции других государств, прежде всего Швеции, для подавления революционной угрозы и осуществления грандиозной карательной экспедиции в отношении собственного народа. Естественно, излишне социологизированная концепция Поршнева обладает одним достоинством. Она логична и жестко скреплена. В ней отсутствует, однако, документальное свидетельство борьбы политической верхушки европейских стран и монархов против революционного подъема и наличие письменно зафиксированных планов борьбы с ним. Хотя она впечатляет своей фундаментальностью. Единственное, пожалуй, что совершенно верно отмечал этот историк, это то, что 30-летняя война была в первую очередь общеевропейской войной, что прямо или косвенно в ней участвовала Восточная Европа. Вместе с тем, в отечественной историографии последних лет стала продвигаться идея под очевидным влиянием работ Гюнтера Бородио и Георга Шмидта, что как событие, имевшее главные последствия для Германии, возникшее в Германии и исчерпавшее себя именно в немецких землях, 30-летняя война принадлежит прежде всего немецкой истории, и истоки ее следует искать в болезнях немецкого общества. Впрочем, делается оговорка, что как общеевропейское событие войну следует рассматривать в контексте так называемого кризиса 17 века. Но о самом кризисе ничего не говорится. Очевидно, что прав был Фолькер Пресс, когда писал, что 30-летняя война явилась результатом кризиса имперской конституции. Вследствие этого кризиса советники и союзники Фридриха Пфальцкого видели в конфликте чешских сословий и Габсбургов растущую угрозу для религиозных свобод и привилегий имперских князей со стороны агрессивной католической политики, победа которой над чешскими сословиями могла стать подавлением Германии. Радикальная партия сыграла в пользу принятия Фридрихом чешской короны, тем более, что в ноябре 1619 года чехи и их союзник, трансильванский князь Габриэль Бетлен, осадили Вену, а Нидерландско-Венецианский альянс был направлен против Фердинанда II. Но еще до этого Габсбургам удалось 28 августа 1619 года достигнуть решительного успеха, когда курфюрсты единогласно избрали Фердинанда II императором Священной Римской империи. Пфальцкий представитель, граф Сольмс Браунфельс, проголосовал за Фердинанда, потому что альтернативы не было. Сразу же после избрания новоиспеченного императора отправился в Мюнхен, чтобы там договориться о совместных действиях с католической лигой. Испанский посол Аньята в Вене вел переговоры о предоставлении помощи со стороны Испании австрийскому дому. В итоге 8 октября 1619 года был заключен Мюнхенский договор, согласно которому католическая лига подготовила войско в 25 тысяч человек, а 20 тысяч испанских солдат под командой генуэзца Амброджо Спинеллы должны были напасть на Пфальц для того, чтобы разгрузить чешский театр военных действий. Так что Габсбургско-чешский конфликт быстро способствовал интернационализации внутриимперских отношений, а 30-летняя война стала европейской войной. Европа, держав раннего нового времени, была мультиполярной системой государств, участники которой находились в постоянных военных конфликтах друг с другом. Так что театры военных действий были возможными повсюду, прежде всего на почве Священной Римской империи. Вследствие чего 30-летняя война может быть понята как европейская война. Главным мотивом для войны была конфессиональная политика, которая только формально регулировалась Габсбургским религиозным миром 1555 года. Конфликтные зоны были расположены по всей Западной Европе, Северной Италии, Балтике. Но конфликт не был целиком ни религиозным, ни межгосударственным, но смешанным, отчего он приобрел затяжной характер. Даже сначала война не была немецкой, а европейской, поскольку Испания решилась уже в 1618 году, когда произошел конфликт на наследственных землях Габсбургов, вмешаться в него, что имело существенное значение для хода войны. А уже затем в войну вступали все новые и новые государственные силы. В 1630 году императоры, ведущие имперские чины, осознали, что прекращение войны не зависит от них, хотя они в то же время уже склонялись к компромиссу. В результате мирное окончание войны могло произойти только на общеевропейском уровне. Поэтому исследование 30-летней войны требует транснациональной перспективы и точного анализа общеевропейского взаимодействия. Подводя итоги всему вышесказанному, следует отметить, что главные причины 30-летней войны лежат в конфессиональных и военно-политических конфликтах в Европе, накопившихся противоречиях между государствами, династиями и конфессиями, которые планировалось разрешить силовыми и военными методами. Непровальные расчеты, непродуманные последствия
сделали возможным быстрое перерастание локального конфликта в Европейскую войну. Чешские сословия рассчитывали на Пфальц и протестантскую солидарность. Пфальц на помощь Англии и также на протестантскую солидарность. Саксония предпочла получить территориальную подачку. Австрийские Габсбурги получили поддержку католической лиги Испании и рассчитывали на помощь всех католических сил, которые они быстро получили. Франция вследствие внутренних конфликтов не могла поддержать в начале войны антигабсбургские силы. Но по мере первых успехов Габсбургской коалиции начали консолидироваться силы, оказавшиеся решающими в итоге 30-летней войны. Происходивший глобальный кризис усугублял военный конфликт, способствуя ожесточенности в отношениях между соперничавшими силами, пока их возможности не стали иссякать. Во многом за военными и социальными конфликтами стоял глобальный кризис, исподволь способствовавший их обострению и быстрой трансформации внутриимперского конфликта в Европейскую войну, во время которой желание решить свои проблемы за счет соседей приводило к ужасным и разрушительным последствиям. Из всего этого был возможен только один выход – заключение всеобщего мира. Увы, эта тенденция была преодолена только на короткое время. Человечество извлекло уроки, но ненадолго. Поэтому во время кризисов политикам следует быть как можно более осторожными и проницательными. Спасибо за внимание.